Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 января 2017 года, четверг, по одному из старинных, а по одному из старинных 32-й день месяца белого сияния и покоя мира 7525-го лета, осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет называться так. Путешественники во времени, часть 2. Это продолжение аналогично звучащей темы, только под номером один путешественника времени части 1, которая была у нас как-то, насколько я помню, в прошлом году. Автор соведущий Вадим Чернобров. Надеюсь, что Вадим вместе с нами, поэтому я приветствую. Здравия тебе, Вадим. Я также присоединяюсь к приветствиям, тем более, что сегодня замечательный день. Но все по порядку. Мы еще об этом поговорим. Да, вот давай тогда сделаю маленькое вступление. Раз уж мы говорим про путешественников во времени и уже второй раз, то в этом случае получается, что так или иначе время будет главным одним из участников нашего сегодняшнего эфира. А это означает, что надо как-то про него упомянуть. И вот интересно-то как получается. Вчера, кто не в курсе, напоминаю, у нас должен был состояться эфир по, э, про СССР. Понятно, что СССР был в прошлом, но есть люди, которые мечтают его возвратить в будущем. То есть время прошлое, время будущее должно было соединиться у нас вчера. Но по определенным причинам этот эфир не состоялся. Автор соведущий не смог выйти в эфир. И получилось, что был эфир отменен, но при этом заменен другим. И к нам пришел эфир человек, который рассказывал про практики вневременности. То есть, получается, смотри, СССР, с одной стороны, нет, он в прошлом, но про него хотели говорить как в будущем. Но получилось, что это все вневременности, то есть его нет. С одной стороны, он есть, с другой стороны, его нет. И мы сегодня, когда поговорили про практики вневременности, сегодня с тобой встречаемся и говорим про путешествие во времени. Два. То есть, с одной стороны, мы можем заглянуть в прошлое, с другой стороны, в будущее, а может кого-то встретить и из тех, кто к нам из прошлого или из будущего сюда пожаловал. Вот такие удивительные дела. Мало того, сегодня по одному из календарей древних зимний день Перуна начался, по другому – Щедрик, по третьему – Старый Новый Год. Удивительное совпадение, столько стечений, все сегодня в один день. Вот, может быть, ты что-то выскажешь, может, какие-то у тебя предположения есть, как вот столько всего много вот в нашу передачу, или даже не в нашу передачу, а в нашей передаче выходит тот день, когда всего столько много э, Ну, свело. разрешите, да. я продолжу, мы, продолжу перечень давай, в, удивительного, в, давай. удивительных событий, которые связаны с этим днем. Ну, во-первых, безусловно, я не могу не вспомнить про 110-летие Сергея Павловича Королева человека, который э, сделал реальностью космонавтику. То есть мы сейчас с вами и говорили до этого, и будем говорить о темпоронавтике, о о том, как можно ли, на чем, для чего, куда и так далее, как технически летать во времени. И вы, пусть это выглядит для некоторых как фантастика, но я напомню, что сегодня у нас день рождения человека, который при своем рождении мог говорить о космонавтике тоже в, только в фантастическом ключе, но он сделал эту фантастику былью. так что не упомянуть добрым словом этого великого замечательного человека, конечно, мы не можем. Ну, во-вторых, что касается памятных дат, я напомню, может быть, не столь громкие события, которые связаны с 12 января. Во-первых, в 1913 году было одно из первых, а, возможно, первое наблюдение, письменное наблюдение НЛО в Румынии. Ну, страна не самая большая в Европе, однако вот это наблюдение, оно сопровождалось очень детальными описаниями, из которых следует, что с, воз... с неба Ночью, на всякий случай, это очень важный момент для знатоков авиации, которые, конечно, возразят, что, может быть, румыны наблюдали и не, и не опознали какой-нибудь аэроплан, который только-только появился в Европе. Но, но этот аэроплан, в кавычках, приземлялся ночью в свете каких-то очень мощных источников огня. И вообще, как бы, судя по описанию, он явно очень далеко превосходил по возможностям самолеты, которые в то время по ночам еще не летали. В 1965 году, это я говорю тоже 12 января, было знаменитое, может быть, одно из самых знаменитых наблюдений НЛО в Новой Зеландии, когда с борта, с борта самолета который занимался облетом пограничной морской зоны, удалось наблюдать, как в бухте на глубине 10 метров затаился какой-то большой, большой объект, абсолютно не похож на на известные виды подводных лодок, этот объект был размерами 30 на 15 метров. И этим расследованием занималось управление флота Новой Зеландии, которое пришло к выводу, что ни одна подводная лодка не могла попасть в эту бухту из-за мелководья и труднодоступности. Ну, следовательно, эта подводная в кавычках, конечно, подводная лодка оказалась неопознанной в чистом виде. В 70 году 12 января, было интересно наблюдение в, в Англии, когда Боинг 747, тогда только-только новый самолет, огромный самолет появился, и вот он, стал, этот самолет, произвел фурор, конечно, на на, на поприще авиационной техники. Он впервые в этот день прибыл в аэропорт Хитроу Лондонский, и вот его прилет привлек внимание не только многочисленных журналистов, многочисленных, многочисленную публику, но и вот как рассказывает английская пресса, туда же пожаловал вниманием удостоил это событие и НЛО. Ну, э, про все остальные э, удивительные наблюдения, связанные с этим днем, а, поверьте, их было много, и в Белоруссии, и в России, и в Казахстане, вот я вижу там Мексика и так далее, и так далее, тому подобное. Э, сегодняшнее событие, сегодняшнее 12 января, э, не знаю, мы их, наверное, позже... Поймем, что самое удивительное в этот день было, но из событий, о которых сегодня больше всего говорили, это, конечно, лазурный НЛО, так называемый над Италией, который цитируется в новостных лентах сейчас, наверное, как номер один, а события номер один вот на, на ниве аномальных явлений. Но, к сожалению, для любителей НЛО еще день не миновал, но мы уже успели разгадать загадку этого самого лазурного НЛО, который оказался на самом деле дымным кольцом от вулкана Везувий. Красивым, замечательным и по цвету, и по фактуре, и, и запись, видеозапись замечательная. Ну, что называется, приятно, что разгадали эту загадку, оставив, тем самым, освободив время для того, чтобы не тратить на нее много драгоценного времени и посвятить его загадкам, которые еще не разгаданы. Вот о них мы, надеюсь, сегодня большую часть времени и потратим. Хорошо. Будем тратить с радостью. Давай. Я готов. Ну, тогда, с вашего позволения, напомним, что сегодня мы не начинаем, мы продолжаем тему хронопутешественников, которая в прошлый раз вызвала, как я помню, большой интерес, было очень много комментариев. Краткое содержание, ну, я, я надеюсь, в архивах эта видеозапись. И аудиозапись есть, поэтому при желании наши радиослушатели, которые не принимали участие в, в этой передаче, они могут ее, наверное, могут ее найти. Могут но... и, аудио, и, и аудио, и видео конвертация видео была сделана, все это есть, так что и заходите на канал YouTube славянского радио и заходите на наш сайт славянского радио и в интернете я уже встречал на разных сайтах это уже выложено, так что в полном, не только в упрощенном, упрощенном, маленьком код формате, выжимку, но и в полным она вся есть. Так что. Ну, если не сложно, радиоведущего, может быть, в чате он поместит ссылочку так, чтобы люди сильно не искали. Хорошо, а мы сейчас Васильевича попросим, Хорошо. чтобы. Он... Просто а я с вашего позволения в двух словах объясню, о чем же речь шла. Во-первых, конечно же, технически, вернее нет, теоретически полеты во времени, перемещение во времени, хронопутешествия, так называемая, вещь абсолютно возможная. То есть нет ни одного запрета физического, который бы ставил под сомнение саму эту возможность. Как технически осуществить ее, это вопрос, естественно, болезненный. Ну, напомню, однако, минуту назад я говорил о юбилее сегодняшнего человека, который из теории перевел космические путешествия на практику, так что дело за техническим решением этого вопроса. Но в основном мы обсуждали вопрос, как мы можем наблюдать или выявить следы или каким-то образом проанализировав поведение каких-либо странных людей, ну странных по, по разным позициям, как мы можем прийти к выводу, что этот человек является возможным хронопутешественником? Ну, естественно, на вполне конкретных примерах. В частности, мы обсуждали тему Евгения Йосифовича Гайдучка. Естественно, я постараюсь не касаться уже обсужденных тем, хотя во время вопросов все, все, может быть. И чтобы сейчас уйти от темы Гайдучка, я в качестве алаверды, в качестве такого легкого продолжения по скриптума к этой теме, Скажу, что совсем недавно, позавчера, мы дали объявление о поиске одного из таких людей в группе ВКонтакте ⁇ Греция космопоиск ⁇ Мы сейчас пытаемся найти родственников женщины, которая связана была с Гайдучком, женщины, историю которой мы совершенно на мой взгляд, как я теперь понимаю, незаслуженно не рассматривали. И, возможно, вот эта нить расследования, она приведет к не менее интересным результатам. По крайней мере, я таковы ожидаю. Но без помощи здесь наших коллег в Греции и Абхазии, где есть возможные следы в архивах, может быть, в памяти народной, может быть, еще живы люди, которые знают этого человека. Я очень надеюсь, что кто-то из Абхазии, из Греции, может быть, наши радиослушатели, если они находятся в этих местах, помогут нам вот с архивами и выйдут на родственников этой женщины. За подробностями я отсылаю в группу Греция Космопоиска ВКонтакте. Нам наберете в поиске и найдете. Так вот, сегодня я постараюсь не касаться и этих историй с этими людьми, хотя она, они заслуживают безусловного интереса, но нас ждет не менее интересные темы. И в первую очередь я бы хотел поговорить о, о при, не просто о признаках хронопутешественников, а о нашей с вами возможной стратегии на тот случай, если, допустим, кому-то из нас придет в голову страшно крамольная мысль о том, что мы берем на себя вот такую наглость утверждать, что можем последить за этими хронопутешественниками. путешественниками. Ну, или исследовать их историю, найти их следы, может быть, выйти с ними на контакт и так далее. Сразу говорю, некоторые из этих произнесенных мною фраз я всерьез не воспринимаю. Слово «выйти на контакт с хронопутешественниками», на мой взгляд, ну, как минимум, нерационально, а может быть даже самоуверенно. Просто потому, что если таковое есть, если есть люди, которые прибывают к нам там, с какой-то важной исследовательской или иной миссией из другого времени, то в их интересы абсолютно не входит болтовня с обывателями, с аборигенами, живущими здесь. То есть вот представьте себе, вы прибываете с какой-то важной миссией, Неважно, в другое время или в другую страну, вы шифруетесь, естественно, вы как-то там прячетесь, мимикрируете под тех, кто живет в этом времени, в этом месте. И, понятное дело, даже если вас вычислят и, и предложат чашку чая и, и поговорить, ну, наверное, вы вред вряд ли пойдете вот на такой контакт. Поэтому э, всерьез я это, э, такую идею, подчеркиваю, не воспринимаю, но э, в любой э, самой несерьезной идее, э, с, э, с которыми мне регулярно обращаются молодые люди, они пишут мне э, и в e-mail, и в контакты, как, как мне выйти на контакт, а вот я хочу вступить в контакт, куда мне поехать, что мне делать и так далее. Ну, честно говоря, я не поддерживаю эту тему. Но, но что называется, еще раз, в любой самой безумной идее есть свои какие-то разумные мысли. Во-первых, я я высказал сомнения в том, что такой контакт возможен, основываясь на может быть наиболее вероятном сценарии событий. Да, к тому, кто приехал в чужое время, к тому, кто шифруется, мимикрирует и каким-то образом изменяет свою внешность или там, одежду, стиль поведения под местных жителей, и с этим человеком Абсолютно никакого контакта, наверное, теоретически, даже теоретически установить нельзя. Но как только сценарий меняется, как только вариант каких-то событий переходит в разряд маловероятных или таких, которых нам предугадать, предсказать сложно, как только... События приобретают какой-то аварийный характер. Ну, то есть, допустим, ситуация выходит из-под контроля, и прибывший человек прибывает в аварийной ситуации. Вот в этом случае, что называется, возможны любые варианты, потому что люди, терпящие бедствия, могут и сами обратиться за помощью. Люди могут быть не готовы к... К вашим действиям одним словом эффект внезапности может оказаться на вашей стороне это во первых а, а во вторых э, и, и вот, э, а во вторых собственно поподробнее и будет а во вторых э, никто не говорит по крайней мере я все, всегда и всюду и сейчас буду утверждать э, что в, мое, в, в мои личные интересы э, вступать в контакт не входит если, конечно, кто-то обратится, я, разумеется, против не буду, но сам, именно основываясь на логике, что Знакомство со мной, как с аборигеном, не является приоритетом для этих людей. Сам, естественно, я рассчитывать всерьез на установление контакта не, не собираюсь. И в случае, если так путешественники отказываются, вот не приходят ко мне на, на чай, я, естественно, обижаться как Стивен Хокинг, который, как вы помните, громогласно пригласил хронопутешественников к себе на званный ужин при этом не упомянув, правда, что вместе с ним э, и хронопутешественником за столом будут сидеть э, тележурналисты из BBC, такой маленький нюансик. Э, и когда ну, надо же такому коварству и неблагодарности случиться. И когда путешественники не явились к нему на этот званый ужин, он громко обиделся и заявил, что, ну, значит, вас и типа и нет. Вот я таких обид действительно держать не буду. И тем, тем более, что никогда на это не рассчитывал, на ужины хоть и приглашаю, но это так, что называется, шутки, больше шутки ради. Но больше всего меня интересует, в первую очередь, это наблюдение не без выхода на контакт. То есть, иными словами, если в их задачи входит, возможно, это, это мое допущение, естественно, их инструкции я не писал, пардон, извините, это оговорка по Фрейду, может и писал, но, но, но не читал. Но догадываюсь, что, скорее всего, в их инструкциях указано избегать контакта. Ну, раз так, что называется, не будем их провоцировать на нарушение инструкции, но при этом ни я, никто другой не давал расписок о том, что мы не будем наблюдать за ними. Мы будем, мы не только будем, мы будем стараться, мы будем всячески к этому теоретически и на практике двигаться для того, чтобы наблюдать, делать свои выводы, делать какие-то исследования, но без, без влияния на ход соответственно их экспериментов. Мы не влияем на ваши эксперименты, товарищи хронопутешественники, а вы не влияете на наши. Ну, Хотя, конечно, косвенное влияние, взаимовлияние, безусловно, возможно. От наших экспериментов, возможно, напрямую зависит их практика, ну и наоборот. Так вот, иными словами, я сейчас говорю, прошу еще раз, чтобы меня внимательно слушали молодая часть аудитории, которая по опыту прошлой передачи знаю немедленно воспринимает после окончания передачи услышанное как руководство к действию и чуть ли там не немедленно ночью выезжает на поиски. И я обращаюсь к молодым людям: пожалуйста, если так, кстати, вы меня услышали, запомните раз и навсегда. Мы рассчитываем в лучшем случае на косвенное без непосредственного контакта, наблюдения на косвенные какие-то выводы, ну и, соответственно, на исследования без контакта, без, контакт, без контактного Значит, где... Хорошо, он... а, а, сейчас я уточню. Значит, вот просил выложить ссылки. Ссылки выложены в нескольких вариантах и на аудио, и на видео, и несколькими пользователями. Так что те, кто находится в чате, могут это все дело увидеть. А в дальнейшем, я думаю, эти ссылки попадут уже в запись сегодняшней нашей передачи. Ну, отлично. Так что теперь продолжай. С чистой совестью отчитался. Все сделал. Вот, теперь, теперь варианты: значит, как мы стратегически можем себе позволить вот, заняться этим делом. Ну, на самом деле, мы этим уже давно занимаемся, и я раскрываю, так сказать, часть исследовательской... Все, разумеется, не успею рассказать, но часть исследовательской кухни я расскажу. Тем более, сразу отвечаю на один из вопросов, который достаточно часто фигурирует. Вопрос варьируется обычно так. Вот вы так много рассказываете там, о том, как вы исследуете Пути, следы ищете путешественников во времени, как вы пытаетесь их там обмануть. Ну, я не пытаюсь их обмануть, это это невозможно. И зачем вы, так сказать, так долго все это рас? рассказывайте вот хитрости своей кухни, ведь вас же эти самые хронопутешественники и слушают, и поэтому, так сказать, ну, себе дороже рассказывать о своих секретах, чтобы выдавать свои секреты, чтобы усложнять себе жизнь. Это абсолютно справедливая, так сказать, постановка вопроса. Поэтому заранее говорю, во-первых, я прекрасно понимаю, что э, хронопутешественники абсолютно точно, ну или, или скажем так, люди живущие в другом времени на нашу передачу абсолютно точно э, слышали или слушают или будут слушать э, вот в, применительно к разговор к теме нашего разговора время, когда они это сделали сейчас в, в прямом эфире. Или, может быть, этот прямой эфир они, <свят> они в молодости слушали э, лет несколько назад. Э, в, неважно. В любом случае, э, скажу я сейчас э, там, что, то, что хотел, или э, я удержу это и скажу там через э, год. В любом случае, э, человек, живущий в другом времени, это мог услышать это мог знать, и для него это не очень большой секрет при желании. Это как для современного пользователя интернета, ну, не знаю, загуглить и выяснить какие-то цитаты из, от людей, живших там, десятки лет назад или в прошлом веке. Это абсолютно несложно. То есть примерно так же несложно нам, жителям 2017 года, Узнать секреты, ну, условно говоря, какой-нибудь классика Александра, Александра Сергеевича Пушкина или того же сегодняшнего юбилея Сергея Павловича Королева. Человек жил давным-давно, его, его труды растащили на, на цитаты, и при желании, если хотите узнать, о чем он говорил там, полвека назад, это сделать несложно. Поэтому призывать меня держать в секрете от хронопутешественников какой-то наш коварный план, слово «коварный» я говорю, конечно, с иронией, никакого коварства и никаких, и никаких злых, злонамеренных целей у меня, конечно, не может быть в принципе, хотя бы на том основании, ну, как я могу призывать к, к негативу, к каким-то агрессивным негативным действиям, к нашим с вами детям, внукам и правнукам. Ну, как вы понимаете, детей, внуков положено любить, холить или лелеять, Но при этом, конечно, взрослые отцы и дедушки не могут избавиться от желания подглядывать за своими внуками, чтобы быть уверенными, что у них все нормально, что они уже повзрослели, поумнели и так далее. Поэтому у меня сейчас абсолютно нормальные отеческие дедушкинские, прадедушкинские, прадедушкинские чувства к тому, за кем мы будем следить, абсолютно по-родственному, что называется. Ничего ничего плохого, при этом не желаю. Это во-первых. Во-вторых. Естественно, я прекрасно понимаю, что между нами не просто огромная пропасть в возможностях, между нами абсолютно разные весовые, в кавычках, конечно, категории, при которых о какой-либо равнозначной борьбе, соревновании не может быть и речи. Ну, примерно на, таком, на такой же разнице могут боксировать там, зрячий и, и слепой. То есть теоретически, конечно, по, можно играть как кошка с мышкой, если, конечно, не жалко вот это делать. Но мы понимаем, что в лучшем случае мы, как э, люди, находящиеся в прошлом по отношению к тем, кто прибывает из будущего, в лучшем случае можем быть э, очевидцами э, этого события. Но, э, и, и опять же, э, в лучшем случае это может быть случайное э, такое стечение обстоятельств, но никак не, не активное. В случае, если кому-то из нас повезет, а повезти может любому, и если допустить, что кто-то из нас, вот, придумав какой-то план по, по фиксации путешественника во времени, его осуществляет. Разумеется, подчеркиваю, это абсолютно возможно. Мало того, я убежден, что это периодически и случается. Но если подобное мероприятие, назовем это этим словом, нам удается, если оно проходит, мягко выражаясь, неприятно для хронопутешественников, но с какими-то неприятными последствиями. Например, к таковым я могу отнести провал операций, провал исследований, которые, которые они ведут. В конце концов, провал их маскировки, то есть то, что они выявлены, это тоже в какой-то степени провал. В этом случае, естественно, у них есть всегда возможность снивелировать скоординировать и изменить ход реальности так, что все наши, так сказать, успехи могут превратиться в ничто, и то, что нам покажется удачной операцией, через некоторое время окажется, так сказать, какой-то глупостью, непонятным непонятным явлением, абсолютно алогичным, когда что-то куда-то исчезло, что-то люди, о которых там, говорят очевидцы, исчезли, память от них об этих событиях тоже там по большей части исчезает. В общем, я сейчас описал так достаточно типичную ситуацию очень часто, когда мы выезжаем на аномальные события мы сталкиваемся в показаниях очевидцев с таким безумным, алогичным описанием, что если бы не личное общение с этими людьми, которые выглядят хоть и ошарашенными, хоть и удивленными, нет, не удивленными, потрясенными, но вот сухое воспроизведение сказанных им – это прямая путевка в сумасшедший дом, потому что послушать их и, и записать э, то что они говорят в общем в чистом виде ну е, если записать это одно, но если в это поверить это прослыть как минимум тоже сумасшедшим то есть иными словами э, превратить происходящее в подобие сумасшествия до сумасшедшего дома в то есть в цепь каких-то нелогичных событий это абсолютно э, по по силам э, тем кто живет позже нас то есть изменить реальность э, там, изменить свои действия и сделать так, что с точки зрения нас аборигенов все все наблюдаемое превращается в какой-то жуткий фарс в цирк с непонятными последствиями. Поэтому если вы настроены ну, даже не агрессивно, а Э, наступательно по отношению к путешественнику во времени, то э, будьте готовы к тому, что вас, э, соответственно, обведу, не просто обведут вокруг пальцев, а отставят в буквальном смысле в дураках. Если вы не хотите оставаться в дураках, если вы э, рассчитываете не более чем на то, чтобы удовлетворить свое любопытство, но ничего не трогать, не, э, не претендовать на... То, что вы берете на себя ответственность, там, изменять чужие планы э, и придав, придавать огласки, увиденное, ну, и, и делать э, там, массу еще более неправильных по отношению к ронопутешественникам делам. Если вы, что называется, осторожны, то с большой долей вероятности, э, поскольку вы ни, ни, никак не повлияли на ход событий, никак не повлияли на планы хронопутешественников, естественно, с большой долей вероятности они вам и ответят тем же самым. То есть вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Вот, вот это максимальное, максимально возможное влияние, что ли, даже не влияние, а рамки позволенных нами действий, и позволяют надеяться на то, что мы можем себе позволить... Наблюдения без влияния и, соответственно, без ответных действий. Слово без ответных действий как раз здесь ключевое, где мы вправе рассчитывать на подобное. И в первую очередь перехожу, так сказать, от теории к практике: и в первую очередь, конечно же, на подобные встречи надо рассчитывать, как раз там, где алогичные читай, аномальные события происходят более-менее регулярно. Ну, или, по крайней мере, чаще, чем обычно. То есть, по большому счету, я сейчас говорю, когда употребляю слово «место с алогичными событиями», ну, для большинства людей этот термин, переведу на русский язык, не более, чем просто «аномальное место». Ну, чаще всего оно так известно. Ну, соответственно, аномальных мест много. Я переписал в энциклопедии больше двух... И, соответственно, и побывал, конечно, прежде чем переписать более двух тысяч аномальных сон. Из них, разумеется, нас интересуют далеко не все, а те, где происходят в первую очередь различные хроноаномалии, то есть аномалии, связанные с событиями, с временными событиями. Вот, ну, я приведу так сказать, пример, чтобы, чтобы как-то иллюстрировать свой разговор, например... Есть в Англии такой Лонгридейл Вэлли, место, где часто не просто наблюдают странные события события, которые во время которых может появиться там не, не, далеко не всегда вот какой-то типичный там, объект, типичный призрак, это может быть абсолютно непредсказуемое событие, абсолютно непредсказуемый объект, там часто появляется, появлялся по крайней мере раньше, сейчас не знаю, так называемый вертолет призрак, который ни радарами, ни полицейскими, которые пытались его там за ним отслеживать, как-то следы его засечь. Этот вертолет садился, полицейские устраивали облавы, там приезжали, но никакого вертолета не видели. Потом выяснялось, что вертолет никак не отображался на РЛС. А в 97-м году, кстати говоря, это получается, сейчас мы говорим о событиях, которые имели место быть ровно 20 лет назад, тоже своеобразный юбилей, 20 лет назад напомню для тех кто в это время уже жил и активно интересовался небом 20 лет назад в небе над землей была наверное самая большая комета, по крайней мере на нашем веку. Это комета Хейла Бопа. Я помню прекрасно, как ее было видно зимой 1997 -го года. Это было и великолепное зрелище, с одной стороны, а с другой стороны, она, она нам здорово попортила нервы, потому что как раз в это время мы искали очевидцев, видевших падение большого Калужского кореневского НЛО. Это его сначала называли Калужским НЛО, потом, в конечном итоге. Название, которое за ним закрепилось, Кореневский метеорит. И вот когда мы объезжали в Калужскую, Брянскую, Смоленскую область, опрашивали людей: вы видели падение? И нам очень многие, очень многие видели. Но каждый второй путал метеорит и комету. И вот, вот эта комета, которая висела все это, все это время, несколько месяцев висела над нашей головой, конечно, нам запомнилось ну, немножко и в отрицательном ключе. Но, тем не менее, это было событие, безусловно, замечательное. И вот неудивительно, что наблюдениями этой камелы Хела Бопа были заняты не только мы, ее наблюдали по всему миру, по крайней мере, в Северном полушарии. Наверное, никто не смог удержаться от такого соблазна. И вот место, о котором я говорю, Велей, как раз прославилось тем, что ровно 20 лет назад некие астрономы-любители вышли за пределы поселка с тем, чтобы понаблюдать с, с фотоаппаратами, с трубой подзорной за этой самой кометой. И вместо а может быть не вместо, а вместе с наблюдением кометы, они вдруг увидели, даже прижали головы в плечи от такого ужаса, как низко, прямо у них над головами летит гудящий самолет. Басовито так гудит, очень тревожно. Было понятно, что самолет снижается явно не от хорошей жизни. И вот над их головами пролетел огромный бомбардировщик. Дело было ночью, поэтому, с одной стороны, в том, что это был бомбардировщик Они не сомневались по, по очертаниям Этого многомоторного монстра А с другой стороны, ночью просто опознать его Не сумели, но были уверены, что это военный самолет И вот он, немножко Перетянув чуть дальше, чем Над их головами, то есть не прям Возле них, чуть дальше От них За холмом этот самолет врезается В землю, на их глазах Это У ошарашенных астрономов перед глазами оранжевое облако взрыва, пахнуло там, я не знаю, горевшим керосилом. Ну, то есть классическая история с авиакатастрофы. В том, что там, в сотнях метрах от них взорвался огромный самолет, нет ни малейших сомнений. И, соответственно, астрономы поступают так, как поступит в такой ситуации любой, любой гражданин. Звонят в полицию, и полиция Плюс спасатели было задействовано сотни человек на поиски и спасение выживших в этой авиакатастрофе. Поле, где упал этот многомоторный бомбардировщик, оно очень небольшое, то есть буквально между поселками, там, может быть, километр не больше. И вот на это поле ночью высыпали сотни спасателей. Приехали служебные собаководы с поисковыми собаками, чтобы искать выживших в останках самолета разрушенного. Подняли вертол два вертолета, чтобы поддерживать спасателей с воздуха. И вот вся эта многочисленная армия поисковиков в течение всей ночи никто не давал отбоя, а потом и в следующий день занимались поисками этого взорвавшегося бомбардировщика, который не найден до сих пор. То есть в том, что взрыв такой был, сомнений нет. Что, как объяснить вот это появление, исчезновение подобного явления, разумеется, до сих пор у жителей этого городка нет никаких сомнений, я лишь замечу, что описанное мною, в общем, классический случай в череде историй, которые можно объединить понятием хрономираж или хроноаномалия. То есть, когда происходит какое-то событие, которое чуть позже не находит ни малейшего подтверждения, либо даже в момент своего происхождения это событие уже не вызывает сомнений у очевидцев, что они являются очевидц, что они видят события, не относящиеся к нашему времени. Вопрос, прежде чем, может быть, нам выдохнуть и сделать маленькую паузу. Если мы вот в таких местах понимаем, что периодически нарушаются законы нашего обычного времени, которые, в частности, вот чем принципиально, в чем принципиально нарушают законы? В том, что причина в обычной реальности, причина всегда предшествует следствию. То есть сначала идет причина какого-то события, а потом его следствие. То есть сначала в нашей реальности должен упасть самолет, а потом на этом месте мы должны найти обломки. Но никак не наоборот. Сначала мы увидим обломки, а потом э, падающий на это, само, э, в это место самолет. Э, точно так же в нашей реальности исключено, э, исключен вариант, что причина не ведет никаким э, следствием. То есть если падает самолет, то в нашей реальности после его падения должны остаться обломки. Соответственно, если обломков и никаких признаков авиакатастрофы нет, то мы вправе предположить, что-то, так сказать, в этих нелогичных действиях, то есть сумбур и отсутствие связи между причиной и следствием, говорит нам о том, что нарушилась наша привычная нам реальность. Соответственно, вопрос, если мы знаем, что в каких-то местах эта реальность периодически нарушается, как в английском городке, то, соответственно, как нам поступить? Это то место, где нам следует, а, назначить дежурство и повесить дежурную веб-камеру, которая будет снимать 24 часа в сутки сделать какой-то пост тайный пост наблюдения или просто, так сказать, не поднимая шума, использовать это в своих целях. То есть если мы поставили своей целью убедиться, что хронопутешественники есть действительно, тогда разглагольствование и афиширование своих действий не в наших интересах. Тихо мирно посидим где-нибудь в местном кафе. Делая вид, что мы приехали, интересуемся местными э, девушками там, или местными товарами какими-то, э, а сами будем просто наблюдать э, за посетителями. Э, условно, конечно. Одним словом, э, что делать, э, если мы э, взяли на заметку и решили, что вот в каком-то месте регулярно происходит э, хрона аномалии. Это то место, куда мы должны сделать что. Вот жду подсказки и э, передаю слово нашему радиоведущему. Угу. Хорошо. Значит, вопрос четко ты сформулировал, повторять его не буду. От себя только замечу, что вопросы принимаю в эфир только если в начале есть Указание, вопрос в эфир. Таким же образом, если вы хотите ответить на вопрос Вадима, то пишите ответ в эфир, чтобы было понятно, что не вы между собой переписываетесь, а хотите, чтобы ваша фраза, ваш ответ прозвучали в эфире. Прервемся на три минуточки небольшая музыкальная пауза, и после этого продолжим разбирать наш сегодняшний нашу сегодняшнюю интересную тему. Путешественники во времени 2. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 12 января 2017 года четверг, по одному из старинных, 32-й день месяца белого сияния покоя мира, 7525 лет Асмица, путешественники во времени, часть 2 так называется наш сегодняшний эфир, автор ведущий Вадим Чернобров. Напоминаю, что был задан вопрос о том, что нам необходимо делать в том случае, если вы хотите все-таки отследить на месте какого-то события путешественников во время, или что-то произошло со временем и выходить понять что же там было и так далее вот такой примерно вопрос и теперь примерно давайте посмотрим какие у нас есть ответы но ответы будут не примерно а я буду читать ответы эфир от вадим 99 в это место мы должны поставить часы отлично мне идея не просто идея нравится мы так и делаем Слушай, а может быть, Вадим, 99 как раз это один из вашей группы? Это соратник, который сидит там и карты себе раскрывает, что вы делаете. Ну, может быть, но в таком случае пусть напишет э, в личку. Не, Потому не, что Вадим... я, я не помню, кого мы забыли в 99-м году. А он тебе сейчас все припомнит, он сейчас тебе скажет. А вот тогда-то. Да, ответ в эфир, Павел Ч. Установить видеонаблюдение. Ну, наверное, такое-то более стандартное. Ну, это, естественно, то, что лежит на поверхности, с чем невозможно не согласиться. И просто, я, на мой взгляд, это прописная истина, которая, правда, упирается, безусловно, упирается в техническую реализацию. На нашей практике были случаи, когда мы устанавливали дежурные камеры, но не было случая, чтобы это было очень надолго, потому что, как правило, это места глухие, соответственно, дежурную камеру надо чем-то питать, извините за банальность, ее надо охранять, ну, остальные сложности уже можно не перечислять. Вот достаточно озаботиться решением первых двух проблем, если они будут решены, то тогда и, и все, все остальное покажется мелочью. Вот решить ее на долгосрочной основе в таких местах нам еще технически ни разу не удавалось. Ну, просто еще раз подчеркиваю, это, это вопрос вроде бы понятный, но но непростой с точки зрения реализации. Просто, извините, на это нет денег на одноразовые видеокамеры. Ну вот пока только два ответа пришло из большого количества слушателей, большого количества участников сегодняшнего. Ну я участников. прекрасно а понимаю. А вот еще, еще Эдгар ответ в эфир. Книгу отзывов. Вот вот это вот я не, вот не ожидал. Это неожиданно, да положить книгу для отзывов. А Но... что, на самом деле, так, ребята, если вы тут посетили, то напишите, как вам там понравилось, какие условия, пожелания, там, может быть, в следующий раз вам пирожки с капустой положим, например, не с грибами. Вот, если с грибами, то с какими? С мухоморами, может быть, с шампиньонами, там, с какими хотите. Я двумя руками за. Надо подумать, как реализовать эту идею. Хотя, конечно, прекрасно понимаю, я книги отзывов или книги посещений регулярно Регулярно читаю не только в музеях, но и, например, в подмосковных пещерах так, таковые есть книги. Кто забрасывался в пещеру, тот знает, что во, во всякой уважающей себя пещере, в, в тамбуре, то есть в начале обязательно лежит какой-нибудь потертый, затертый до дыр дневник, журнал, в котором каждый должен отметиться. Это святое. Как бы, если ты зашел и не отметился, это, кстати, не камельфо. Но прекрасно, как вы догадываетесь, там не столь строгие бухгалтерские записи, типа вот человек такой-то зашел в 13.00. Там весьма фривольные полушуточные, иногда далеко, это, кстати, не шуточные записи и картинки. То есть народ там стебется, конечно, по полной программе. Если подобный журнал вот представьте, на мгновение лежит где-нибудь под дубом с надписью «Уважаемые хронопутешественники, отметьтесь», вы догадываетесь, какие там записи. Какие путешественники, какие и путешественники? И хроники. Вам будут. будут отвечаться с превеликой радостью. Конечно, если не сожгут во время готовки шашлыков журнал, то, 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 он, то запись оставят точно. Ты вот. Вот. Чем дело? Вот сейчас здесь еще ответы идут. Помимо того, что готовить и использовать бумагу, там еще после готовки после прием пищи есть обратная реакция бумага но тоже Ну, об есть. этом э не будем вообще предложаю да, передать да? вот смотрите ребят поэтому вот такой вариант он интересен но надо думать дальше ответ в эфир ловушку ставить нужно бабах или так еще или зеркало так более, более нежно так или зеркало а зеркало для чего это ловушка вот ты не просек а он написал ну ка пожалуйста ответь нам дорогой наш слушатель а что ты имеешь в виду когда про зеркало написал каким макаром мы сможем отследить хронопутешественников, поставив зеркало. И ловушечку, пожалуйста, уточни, что это медвежий капкан, что это там это волчья яма с скалами, <laughs> с острыми, или там какая-нибудь падающая э, деревяшка большая на канатах с торчащими железками, так или э, с сучьими острыми, что уж протыкала там, к дереву пригвоздила. Что имеет в виду ловушка какая? Прилипалка, в конце концов, как мух ловит. Так, еще да, есть... По перечню у да. нашего ведущего был богатый опыт. Ну, так я тебе не все рассказывал. Как-нибудь потом расскажу. Ну, так ладно, да, вернемся. Еще, еще. Так, ответы. Какие у нас еще ответы есть? Про зеркало, понятно. Ответ в эфир. Посадить вахтера. Ну, то он же наблюдатель. Да, наблюдатель. То есть это с биноклями, где-нибудь там кукушку такую. Ну, угу. пока вот все. Ну, теперь я благодарен за некие новые мысли, которые прозвучали, что называется, повод подумать есть. Мы, конечно, посмеялись над некоторыми темами, но еще раз говорю мозговые штурмы, а сегодняшняя наша передача в какой-то степени тоже такой импровизированный мозговой штурм, как раз и славятся тем, что после их окончания люди обязаны, ну, по крайней мере, заинтересованные люди, обязаны всерьез рассмотреть даже самые глупые, казалось бы, самые глупые предложения, которые были вот в процессе выслушаны. Так что, что называется, мы не прочь и пошутить, мы люди вполне, вполне нормальные в этом смысле, но если вы, это я обращаюсь к радиослушателям, если вы нам пришлете какой-то совет, даже, даже услышите, кстати, ехидный комментарий, знайте, что мы ваши предложения в любом случае рассмотрим. Так что подумаем насчет журнала, как это реализовать на практике. Разумеется, не напрямую, может быть, как-то эту идею развития в будущем попытаемся. Ну, а теперь я рассказываю на нескольких конкретных примерах, так, еще, если хочешь, еще ответ один есть. Милослава написала. Так, есть один иностранный фильм, когда произошла аномалия, и время раздвоилось. Так герой не сразу. Но, поняв, что произошло, оставили им прошлого дня, из прошлого дня себе записки подсказки в будущее. Во как? Угу. То есть такую не карту, а такие вот. Было это тогда. Ты -то, делай вот это, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут еще так. Ну, на всякий случай скажу, конечно, как бы мы не улыбались по этому поводу, если вы едете в какие-то аномальные места, вообще просто в опасную поездку, ну, как минимум положить паспорт с описанием, кто вы откуда, ну, было бы совершенно не лишним. Хоть кто-то скажет, что это перестраховка, но, тем не менее, примеры, когда появляются люди с абсолютно выключенной памятью, абсолютно не могущей сообразить и там, сложить дважды... Ну, дважды два могут сложить, а назвать ни себя, ни, ни, никто, ни, ни откуда, никак и, и так далее. Таких случаев слишком много, чтобы вот относиться к этой теме со смехом, даже неприменительно к теме нашего разговора. Хотя, что называется, а может быть, кто его знает, может быть, часть вот таких случаев как раз и тоже связана с какими-то изменениями реальности. По крайней мере, у людей иногда так от аномальных явлений, от происходящего сносит крышу что, в общем, я не удивлюсь, что они в буквальном смысле, то есть подчеркиваю, не потому, что так думают глупые врачи, а в буквальном смысле, потому что у них сносят крышу, потому что это становится медицинской реальностью, эти люди, ну, по крайней мере, несколько человек мне известных, попадают в места, где, так сказать, излечивают психические заболевания. На всякий случай... Это не являлось, конечно, основной целью моего сегодняшнего разговора, но не могу лишний раз, а это далеко не лишний раз, не сказать, чем, если вы занимаетесь аномальными явлениями, исследованиями вот таких маловероятных и абсолютно иррациональных явлений, алогичных явлений, то ни в коем случае не делайте никаких даже слабых попыток потерять контроль за своими мозгами. Хотя явления, свидетелями которыми вы становитесь вроде бы нелогичны, и для мозгов ваших нелогично их, невозможно их логичное осмысление, тем не менее мозги ваши всегда будут пытаться логично э, осмыслить и э, увидено и преподнести вам э, ну, в наиболее щадящей форме. В случае, если вы контроль над своими мозгами теряете, а как их терять? Любые виды наркотиков, в том числе и слабых, любое пиво, ку курево, не говоря уже о более серьезных вещах алкоголе и наркотиках, Любой, любая атака, любое ослабление контроля над мозгами в такой ситуации опасно вдвойне. Поэтому, пожалуйста, не запомните как аксиому, либо этим надо заниматься на трезвую разумную голову, либо не заниматься совсем. Если, конечно, вы уже не сумасшедший, если вы не хотите пополнить ряды сумасшедших, то есть если вы уже сумасшедший, вам терять нечего. Пейте, колитесь и так сказать, занимайтесь чем хотите. Но если вы не хотите так таковым становиться, пожалуйста, мы эти слова запомните раз и навсегда. И, и не удивляйтесь, что а, а самое жесткое условие в наших экспедициях – это как раз сухой закон. Это не, не по причине, так сказать, чьей-либо моей, в частности, там, прихоти, это по причине как минимум, как минимум по причине техники безопасности, вот. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что же с этим делать. Вот на самом деле я разумеется, могу говорить об этом уже не в теории, а какие-то попытки подобные и установления веб-камер. Я уже сказал, несколько таких попыток было, ну, но они длились недолго. И, соответственно, к чему-то, когда веб-камера стоит недолго, то рассчитывать, конечно, на мгновенный успех нельзя. Это же не автобус, который приходит каждое утро регулярно. Это событие, которое может произойти раз в год. А может, не, может пропустить этот год. Вот как, например, такой приведу. Недалеко от не буду называть станицу в Краснодарском крае. Недалеко от одной из станиц нам местные жители рассказывали, что регулярно в первых числах сентября они наблюдают по на участке грунтовой дороги там, примерно расстоянием примерно 100 метров. То есть на участке да, даже не 100 метров, а полсотни метров э, регулярно в один и тот же день раз в год э, э, идут, бредут э, войска, э, копьеносцы. То есть войска, естественно, понятно, что это не люди, которые играют в средневековых рыцарей, э, это не ролевики, так называемые, э, это реальные какие-то солдаты, воины тех лет, потому что они не так красиво одеты, как современные ролевики, они грязные, как, как реальные солдаты, они уставшие как я и голодные, и еле бредут, еле перебирают ноги, как действительно реальные солдаты. И самое главное, вот они появляются, нам показали место там, ориентир недалеко, телеграфный столб, вот в этом месте, из, из, как, в, и как из воздуха, они появляются, проходят полсотни метров, абсолютно игнорируя окружающих, если случайно встретят на своем пути. То есть люди, естественно. И если путник оказался на их пути, любой человек, если видит бредущее войско он, наверное, отойдет как минимум отойдет на, на обочину. Вот люди отходят на обочину, и мимо них устало бредут эти самые солдаты, которые появляются из воздуха и исчезают через полсотни метров в воздухе. И вот мы, зная про эту историю, мы, естественно, не, не могли не, не использовать это мы действительно там поставили постнаблюдение, Не просто веб-камеру, а люди съехались, которые жили в палатках, и хотя ударили там похолодания, не характерные для сентября месяца, для Краснодарского края, тем не менее люди выдержали, очень, так сказать, достойно, держались до последнего, ждали это событие, вот, но оказалось все не так, так сказать, просто, как как кажется на первый взгляд. Люди, ни один человек не видел того, что, вот, того, что ожидали. Но каждый из присутствующих в, в, в этот вечер, а всегда это происходит на закате почему-то, но каждый из присутствующих столкнулся с какими-то алогичными, то есть аномальными явлениями. То есть вдруг на протяжении какого-то небольшого периода стали происходить абсолютно непонятные события, не столь красивые, как бредущее войско, не столь, может быть, драматичные, то, что не снимешь на видеокамеру, и даже словами сложно объяснить, какой-то какой, -то, какой -то бред происходил вокруг. В общем, одним словом, отправляйтесь на подобные мероприятия будьте готовы к любому сценарию то есть это не значит что произойдет все ну, условно говоря как в фильме голливудском там, таком то вот если вы ориентируетесь на сценарий событий которые вы запомнили по фильму или по фантастической книге или, или даже по моему рассказу хотя я как раз и Инструктирую, что будьте готовы ко всему, и инструкций готовых, увы, нету. Главная инструкция, будьте готовы к импровизациям. Во-первых, и во-вторых, пусть вас не пугает ничто непонятное. Наоборот, когда я сталкиваюсь с чем-то непонятным, меня это радует, потому что я понимаю, вот оно начинается. Что оно. И, и, и что будет после того, как оно начнется, раз, раз что-то начинается, так сказать, это уже хорошо. Это значит, мы прибыли по адресу, мы прибыли вовремя, в нужное место и в нужное время. А вот что будет дальше, что называется, не знать никто, не знаю я. Вот, если вы ждете, допустим, держите в руках видеокамеру и ждете, вот сейчас появится хронопутешественник таким каким я его представляю по фильму, такому-то, и я э, держу камеру и не включу, пока, пока не появится нужный мне типаж, то э, опасаюсь, что камера так и, включ, э, так и останется выключенной. Потому что э, ожидаемое, происходящее почти всегда не сходится с ожидаемым. Вот, вот это есть некая такая, э, если не аксиома, то, по крайней мере, очень распространенная явление. Второе. Значит, таких дежурств и наших, и не наших в разных местах было и есть много. В том числе есть дежурство... Ну, Позвольте мне такое слово употребить, хотя на самом деле человек, который, о котором я сейчас упомяну, я уже, собственно, упоминал про него, так вскользь, когда э, э, так в, в шу, полу, наполовину в шутку, ну, как вы понимаете, э, я э, абсолютно сегодня, даже, даже как, когда кажется, что, что я шутил, на самом деле я говорил серьезно, и когда э, упомянул, что делать э, в таких местах, э, замечательными хроноаномалиями, может быть, зайти в магазин, может быть, сделать вид, что вы там занимаетесь покупкой товаров местных, ну, то есть, одним словом, вести себя так, как будто бы вы заняты чем-то другим. Вот на самом деле... Упомяну еще про один случай, про который мне регулярно из одной российской аномальной зоны шлет, шлет письма один из наших читателей, один из наших радиослушателей. Живет он, опять же, не будем говорить, в, в каком районе, чтобы, так сказать, не раскрывать явки и пароли. Но рядом с этим местом находится одна из хроноаномалий. Ну, вскользь еще упомяну, чтобы меня потом не обиделись радиослушатели, что я только одно название назвал, вот про английское место, и дальше, так сказать, говорил абстрактно. Вот таких мест, где мы проводили и проводим подобные мероприятия, их достаточно много, список хроноаномалий, он есть в моих энциклопедиях, это как минимум несколько десятков наименований, подчеркиваю, только, только если говорить про российские места, ну, самые такие, может быть, нашумевшие или известные, это деревня Рязанцы в Сергея Посадском районе Московской области, где там неоднократно видели какие-то хроноаномалии. Это деревня, так называемая, Солянка. Я сейчас уже говорю о Красноярском крае, не путать с хроноаномалией в Краснодарском крае, о котором сейчас упоминал. Это Рыбинский район Красноярского, <coughs> Красноярского края, где... Возле больницы местной вот, часто происходят подобные события. Ну, и масса-масса-масса других мест, разумеется, по, по первенству подобных экспериментов и, и засад абсолютно точно, в этом я ни на секунду не сомневаюсь, по количеству экспедиций, по количеству исследований, дежурств ночных абсолютно точно лидирует Медведская гряда. Может быть, только о Медведской гряде я могу, наверное, посвятить целую передачу, но это будет, конечно, несколько неблагодарное дело по отношению к другим местам. И вот место, о котором я начал говорить, находится оно, условно, будем говорить сейчас об Урале, и человек, с которым регулярно общаюсь, он на самом деле является Неудивительно, конечно, не думайте, что существует некий штат в космопоиске неких там агентов, людей в черном, которые выслеживают там, хронопутешественников. Нет, оставим, так сказать, эту идею для фантастов. Такого, такого нет, но штат добровольцев, вот в числе которых этот продавец у нас действительно есть. И вот этот самый продавец пишет на протяжении двух лет. Его магазин, к слову сказать, чтобы какие-либо иронии по поводу того, чем он торгует в этом магазине, не люблю скорбезные шуточки на эту тему, сразу говорю, все, что связано с алкоголем, так сказать, мне неинтересно. Продавец, который, который пишет, занимается продажей хозяйственных товаров. Значит, его магазин находится на отшибе. Ну и если представить себе так, чисто теоретически сейчас мы представляем, что кто-то из аномальной зоны пешком приходит в их поселок, а надо сказать, это не, не, не парадный въезд в поселок, это не, не федеральная трасса, это даже не, не, не районная дорога, это там как, как, какая-то лесная там тропка ведет из аномальной зоны, из, из леса в поселок. И вот если представить себе, что кто-то там, какой-нибудь грибник условно, заблудившийся, возвращается в поселок из глухого леса, то один из первых магазинов на его пути, и, и уж точно Первый хозяйственный магазин, продовольственный может быть, не первый, но, э, но вот место, где магазин, где можно купить какие-то хозяйственные товары, э, это действительно абсолютно точно первый. И вот э, этот самый продавец э, занимается торговлей в далеко не самом бойком месте, поэтому э, отсюда, так сказать, вывод, что у него бизнес не такой уж так сказать, процветающий, не позволяет, видимо, э, перенести магазин в центр. Покупателей, видимо, не так много, и благодаря чему он некоторых покупателей запомнил, и некоторых покупателей он видит там раз в несколько лет. То есть, ну либо это говорит о том, что покупателей действительно очень мало, либо о том, что, ну, ну это что-то, это что-то, вот это что-то нечто запоминающееся, и он рассказывает как минимум о нескольких покупателях, в частности, об одном странном так сказать, мужчине, странно одетом, который, которого он видит несколько раз, с разницей там, в месяце или даже года, который в одном и том же появляется откуда-то, так сказать, вот, из-за из, из границы поселка, ведет себя абсолютно, как бы сказать, вроде бы адекватный человек, вроде бы даже, так сказать джентльмен, можно и так сказать. То есть, я имею в виду, ни какой-то бомж. Не подумайте, пожалуйста, намеки в эту сторону. Он абсолютно респектабельный. То есть, при деньгах, что называется. А где вы видели хронопутешественника без денег? Это так. Шут, шутки рады замечу. У них там в будущем в музее можно в качестве макулатуры деньги любого времени, наверное, найти. А может быть, там в принтере в каком-нибудь отпечатать. И вот этот самый лесной посетитель, несколько раз появившийся из леса в его магазине, занят с каких-то совершенно непонятных. Ну, в смысле товаров, которые обычные обычный наш обыватель не покупает. Первый раз, значит, его появление привело к тому, что продавец пришел в, 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 там, в ступор, в недоумение и, 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 в общем, не знал, как реагировать. Но тем не менее, так сказать, покупают. Продают, он продал. Во второй раз он попытался с ним вступить в диалог, из которого Опять же понял, что, что ничего не понял. Он попытался там как-то его посмеяться над ним, но значит, посетитель поставил его на место, причем настолько изящно, что, так сказать, было, было даже не совсем понятно, так сказать, что же происходит. И вот сейчас в настоящий момент Общение, теперь уже мое общение с этим продавцом сводится к тому, как поступить дальше в следующий раз. А он убежден, что рано или поздно его покупатели имеют свойство появляться вновь, потом исчезать, так сказать, на несколько лет. В их поселке никто про этих людей, естественно, ничего сказать не может. Откуда они, зачем они что они и так далее. В общем, абсолютно непонятно. Можно было бы, конечно, придумать версию про какого-нибудь американского, ну, западного шпиона, но уж больно, так сказать, нелогично для, для шпиона обычного, в, обыч, в обычном понимании слова, они выглядят и ведут себя. Ну и вообще они необычно выглядят. В общем, я не утверждаю, что то, о чем мы сейчас, вы сейчас прослушали, из этого следует, что человек столкнулся с хронопутешественником. Естественно, мы пытаемся сейчас с этим продавцом выработать стратегию вот на случай, когда через несколько месяцев он вновь столкнется с этими посетителями. Что ему надо сделать? Значит, совет по поводу часов, который один из наших радиослушателей э, сейчас некоторое время назад озвучил, абсолютно э, логичный. Э, и я э, во всех подобных эпизодах Призываю людей держите, ну как минимум, держите под руками точные часы. Желательно, чтобы они там висели над входом, желательно, чтобы они были максимально близко вот к аномальным к алогичным событиям, ну, соответственно, и, и к людям, которые фигурируют и являются фигурантами этого алогичного события. Ну, если вы стесняетесь, там протянуть руку и сказать, подержи, товарищ, товарищ, подержите, пожалуйста, часы в своих руках, а потом, когда вы уйдете, я посмотрю, не опаздывают ли эти часы. Ну, утрирую, но это, конечно, идеально был бы случай, хотя, хотя, надо придумать, как это, вот, подобную проверку сделать более изящной. То есть, надо поместить, в любом случае надо часы поместить куда-то очень близко к к предмету, к объекту вашего исследования. Второе, к чему я призываю и этого продавца, что, конечно, легко мне посоветовать, но не так легко, наверное, реализовать на практике. Я надеюсь, он меня слышит. Это завести, наконец, кота. Завести Нашего помощника, который, конечно, по хозяйству, как правило, ни черта, как мы знаем, не помогает. И коты, кроме э, приятного мурлыкания и, и красивого э, вида, который ласкает наш взор, ну и вообще, как бы сказать, со всех позиций они замечательны в плане антистрессовой ситуации. Но вот для исследований о событий это живой индикатор номер один. Как показала многочисленная практика, дворовые, то есть не изнеженные коты, это важное условие, то есть если у вас какой-нибудь элитный кот, то, то мой совет к нему не имеет никакого отношения. А какой-нибудь дворовой у Васька – это как раз тот индикатор, то, что нужно. Есть большая вероятность того, что ваш Васька, находящийся где-нибудь в, в теплом углу вашего магазина, поведет себя при появлении вот таких алогичных субъектов каким-то образом не так как обычно такой гарантии нет и мало того из практика показывает что в таких случаях люди когда сталкиваются вот с этими логичными субъектами задним числом потом рассказывают черт возьми а я даже не заметил куда пропал мой код куда и когда пропал мой код то есть иными словами чаще всего их индикаторное действие ну, то есть не думайте, пожалуйста, что кот подойдет к вам, э, потрогает за плечо и скажет э, хозяин, э, я чую э, быть аномальному явлению. Э, если так сказать, это произойдет, э, ну, либо, э, либо аномальное явление совсем уже стало аномальным, э, ну, э, либо вы действительно слишком много ждете от своего кота, и, как правило, в лучшем, э, ну, как в большинстве, по крайней мере, случаев, его индикаторное поведение состоит в том что коты предпочитают смыться убежать в неизвестном направлении и отсидеться где то очень далеко но, но и за это спасибо по крайней мере если вы наоборот в, а, иду от обратного если вы вдруг чувств, думаете не начинается ли логичное событие но ваш взгляд падает на спокойно лежащего мурлыкающего кота, то успокойтесь, будьте уверены, что раз кот спокоен, таким же спокойным должны оставаться и вы. То есть ваше, ваше неспокойствие не должно начинаться раньше неспокойствия кота. Кот ваш, скорее, индикатор нормальности в такой ситуации, логичности. В, в, в обычном состоянии Скорее всего он просто Убежит перед аллогичными событиями Ну если не успеет убежать А почувствует в последний момент Выгнется дугой, будет шипеть там, Прятаться Куда-то куда Судорожно прятаться за изгородь, ну, в этом случае, конечно, вы тоже это не сможете не заметить. Так что код не есть стопроцентная гарантия, но дополнительно, так дополнительный такой индикатор, я бы сказал, всегда действующий, без... Только не забывайте батарейки менять в этом индикаторе, я имею в виду кормить время от времени кота, и он будет работать ровно столько, сколько будет жить. Вот, если э, от э, шутки про батарейки перейти уже к реальным э, девайсам с батарейками, э, скажу, что в сети, конечно, есть э, и приборы более сложные приборы, более сложные, чем код. Э, э, в частности, э, с прибор номер один, который для таких э, вещей годится. И если бы такой прибор э, был у нашего назовем это так, агента, ну, того самого продавца, или у, у вас, если вы, так сказать, захотите в этом принять участие, в, в подобных поисках, дежурствах по поиску аллогичных событий и аллогичных субъектов, прибор номер один, который бы мог сработать очень хорошо, не хуже, чем рамки металлоискателя там, при входе на вокзалы и, и в аэропорты, который прекрасно фиксирует э, любую попытку обмануть охранника э, и пронести там, через рамки какой-то металлический предмет, и, не дай бог, оружие. Вот э, то же самое, если представить себе некие рамки при, э, на мгновение. Вот вообразите, что кто-то сделал э, рамки э, хроноиндикатора, через которые, э, проходя через которые, любой хронотурист должен... Ну, обычный человек, проходя через эти рамки, обычный гражданин, естественно, никак не воздействует на них. И рамки подобные детекторные никак не реагируют. Соответственно, тысяча человек проходит через двери магазина, двери ловушки, и никак ваш индикатор никоим образом даже не шевелится и не подает никаких признаков жизни. Но тысяча первый посетитель, если он алогичный э, субъект, вдруг приводит к тому, что, так сказать, загорается какая-то контрольная лампочка, там, видимая только вам, чтобы не пугать посетителя. И вы, просыпаясь, встрепенувшись от э, спячки, вдруг понимаете, э, вот оно. То есть э, вот э, тот субъект, за которым нужно действовать. Если кому-то сейчас показалось, опять же, что я шутил э, про такие рамки, что там насмотрелся каких-то фантастических фильмов, э, я вас э, огорчу. На самом деле, э, таких рамок, в буквальном смысле, конечно, рамок еще нет, но сделать их э, относительно несложно. Э, найдите в сети описание, как сделать дублированные кварцевые генераторы, если вы сделаете кварцевые генераторы, работающие в дежурном, то есть, постоянном режиме, если один из кварцев у вас будет стоять в том месте, где предполагается проход какого-то логичного субъекта, объекта, ну, допустим, мы сейчас говорили о, о, о неких дверях, неважно, это магазин и, или просто там, узкое место на улице через которое там место между столбом и забором, через которое протискиваются люди. И вот если в этом месте установить один индикатор, второй сделать фоновым, то есть где-то достаточно далеко, ну как минимум в нескольких метрах, если эти индикаторы работают синхронно, а по идее они должны работать синхронно, поскольку их частота очень четко синхронизирована. И у, у этого прибора у дублированного кварцевого генератора есть, есть блок сравнения показателей кварцев и в обычном состоянии разница хода между кварцами, естественно, равняется нулю. Кварцы идут синхронно. В случае, если рядом с измерительным кварцем происходит какое-то аллогичное явление, если появляется аллогичный объект, ну, или происходит, говоря по простому, происходит хроноаномалия, то скорость хода физического времени рядом с измеряющим кварцем изменяется, тут же появляется разница между показаниями этого кварца и фонового Тут же, естественно, индикатор показывает эту разницу, а дальше все зависит от технического исполнения этого прибора. Если вы продублируете его работу не только, чтобы он выводил показания на индикатор, но и в звук, чтобы издавал, то вы получите в чистом виде так сказать, сигнализатор. Скажу по секрету, конечно, естественно, мы использовали многократно использовали этот прибор для, для поисков на местности, и, как правило, в большинстве случаев только для этого и он используется. Но так не особенно афишируя, открою маленький секрет, естественно, иногда я невзначай его включал, и когда нач... мне посещали некие сомнения, вот, связанные с людьми. Но вот пока, пока еще ни разу не было пусть выдохнут эти люди спокойно, они не раскрыты. Пока еще не было ни разу случая, чтобы вот возле людей эти индикаторы сработали. Ну, что говорит о том, что либо идея это изначально э, неправильно, э, либо о том, что пока я э, с таким прибором э, рядом с э, искомыми нужными людьми, собственно, и не был. Значит, э, на каком основании э, вот такое предположение дел, э, делается. Почему я э, догадываюсь все, что возле аллогичных э, субъектов э, индикаторы, скорее всего, покажут разницу? А на том основании, что э, мы регулярно видим на местах посадок НЛО, часть из которых наверняка является э, тем, теми самыми машинами времени, о которых мы сейчас говорим, то есть устройствами по перемещению во времени на местах посадок, там, где есть следы от каких-то опор, от какого-то <coughs> большого воздействия на почву, где есть следы стерилизации почвы, то есть последствия какого-то излучения. И вот среди перечня последствий, которые мы видим, есть как раз остаточное воздействие на время. То есть почва в этих местах даже спустя месяцы, иногда даже годы, я уж не говорю про дни, какие-то несколько суток это видно очень хорошо, а потом только на уровне приборов. Почва продолжает сохранять в себе некие остаточные изменения скорости времени. То есть, если представить себе, как нужно воздействовать на почву, чтобы после окончание этого воздействия вот прилетел аппарат у него, вокруг него там мощное некое поле физическое поле и это поле воздействует на окружающую среду ну как пример могу привести если вы если вы воздействуете каким-то сверхмощным магнитом на почву даже если когда вы унесете магнит почва сохраняет следы вот этого самого мощного магнитного воздействия Почва омагнитится И она будет, разумеется, в сотни, в тысячи раз Менее мощным магнитом, чем тот, который приводил к этому к омагничиванию этому Но по изменению омагниченности почвы Вы без труда поймете, что здесь был какой-то сверхмощный магнит Вот точно так же и со временем Если вы видите, что на каком-то следе воздействия это могут быть э, не только следы от посадок НЛО, это могут быть и круги на полях. Если на этом месте э, в часы там, опаздывают э, там, на несколько секунд за час или на несколько секунд за сутки, э, чем, более, чем э, больше времени прошло от воздействия, тем, естественно, вот эти эффекты будут все меньше и меньше и меньше. Но если даже спустя там, долгое время эти эффекты наблюдаются приборами, то, то отсюда вывод, что в момент максимального воздействия здесь, здесь воздействие на время было чудовищно большим. То есть, может быть, даже и, и само перемещение во времени состоялось, вот, не взлетая с там, полянки, которую вы исследуете. Хотя по всем инструкциям, которые наверняка, так сказать, уже, уже, по крайней мере, как минимум в моей голове есть, по всем инструкциям я бы, конечно, рекомендовал совершать хронопутешествие в воздухе, и именно по причине, чтобы минимизировать воздействие на почву. Но вот именно по, этой, по этому воздействию, за что надо хронопутешественникам и сказать спасибо, или, может быть, наоборот... Я говорю им спасибо, потому что они оставляют следы, благодаря которым мы знаем, что они были. А кто-то, так сказать, благодарный, слушая нашу передачу, делает пометочку, галочку и про себя говорит так, теперь мы знаем, кого наказать за нарушение техники безопасности. Мы же предупреждали, что хронопортироваться во времени э, на низкой высоте нельзя. А раз э, человек в радиопередаче э, сообщает про конкретные случаи, что кто-то хронопортировался прямо на почве, значит, это нарушение э, правил э, хронопортации, это лишение премии э, за 13-й квартал э, ну, и занесение в личное дело. Поэтому, чтобы, э, во-первых, а, не подводить этих самых путешественников, которые нарушениями инструкции позволили нам их выявить. Во-первых, я не буду перечислять, где это сделано, чтобы дабы, так сказать, не подводить их. А во-вторых, давайте все-таки я перестрахуюсь, чтобы они не почистили своих огрехи. Так вот, в основном этот замечательный метод, он используется не для обнаружения хронотуристов, но я догадываюсь, что вот такое его использование тоже дало бы замечательный результат. Но только не в том случае, как, как это я, может быть, и импровизировал иногда, там, нужных людей проверял этим хронощупом. Это, что называется, такая лотерея, как, что можно не знаю, только одного из тысячи, может быть, в лучшем случае. Да, я, даже, я даже слишком завышаю результат, вероятность. Это шансы там один на миллион, может быть даже меньше. Но если вот подобный индикатор установить в том месте, где вероятность появления подобных путешественников, подобных людей велика, как в случае с нашим магазином, то вполне может быть, что и этот прибор через полгода, через год все-таки подаст вам сигнал. Вот это, так сказать, вариант действий номер два. И э, третий вариант, про который, я надеюсь, в следующей части нашей передачи я э, расскажу, э, как можно использовать э, ну, имеющиеся у, у нас сейчас знания э, для поиска э, хронотуристов э, и, и для чего, в конце концов, это делать, э, не, не только любопытство ради, но и, и в конце концов, э, что мы всем этим хотим сказать себе или этим людям для чего этим занимаемся, ради чего и с какой целью. Вот об этом позвольте, так сказать, сказать, перейти к в следующей части нашей передачи. Хотя я, конечно, очень надеюсь, что во время паузы музыкальной наши слушатели подумают еще на тему все-таки помимо индикаторов, дублированных в конце кварцевых генераторов и усатых индикаторов под названием «кошка», может быть, какие-то еще... Да, и, и третий, конечно, я начал с того, что под индикатором назвал часы, которые надо повесить. Вот, может быть, этот список не столь богатый, кому-то удастся Продолжить очень на это надеюсь. И пусть это покажется шуткой, но все-таки разговор у нас более чем нешуточный. Что ж, хорошо, кстати, скажу, что ответы появились, но не хотелось тебя прерывать. Я их тогда зачитаю после того, как прозвучит музыкальная пауза. Сообщаю тем, кто не часто или впервые посетил этот чат наш и вообще слушает наше радио, присутствую в чате, что. Вопросы, которые вы задаете по традиции, мы оставляем напоследок. Когда Вадим закончит уже свой доклад, мы перейдем к вопросам. Кстати, Вадим, вопросов накопилось очень много. Ты можешь в нашем уже админском чате это все видеть. Так что вот соизмеряй. Или у нас сегодня опять более расширенная будет? Ну, я постараюсь сделать так, чтобы следующая часть была последней. Ну, естественно, перед Постар... постараюсь, хорошо сказал. Одушевило меня так это, приподняло дух. Хорошо. Так что недолго еще осталось ждать. Где-то через часика два-три мы перейдем к ответам. Итак, слушаем музыку Алексея Рыбникова. «Ты мне веришь или нет?» Небольшая, но довольно-таки симпатичная. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на народно славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 12 января 2017 года четверг, по одному из старинных 300 й день месяца Белосияне покоя, мира 7525 лета, осьмица. Путешественники во времени два такова тема сегодняшнего нашего эфира. Вадим Чернобров, автор соведущий нашей сегодняшней программы. Я здесь потихонечку собираю ответы, которые продолжают сыпаться. И вот даже вот не успеваю, слишком много здесь насыпалось, но сейчас попытаюсь разгрестись. Разгрести. Итак, вот я вопросы прокручиваю и дохожу до ответов. Дохожу, 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 иду, иду. Вот, пришел. Итак, ответ в эфир. А компас бы помог? Что называется? Лучше иметь, чем не иметь. По крайней мере, случаи, когда компас начинает вдруг беситься там, и, и дрожать стрелка, такие, такие случаи бывают. Но, опять же, компас – это косвенное показание. Может быть, еще, еще более косвенное, чем код. В этом смысле код гораздо более прямолинейный. Либо он спокоен, либо он неспокоен. У него две позиции. Хотя, с другой стороны, со стрелкой компаса то, тоже примерно так же. Mm -hmm. Так опять упрыгивает у меня. Ну, сейчас постараюсь найти. Так, про компас понятно. Дальше. Ответ в эфир. Оставить провизию для пребывающих. Спасибо вам от, от голодающих в нашем времени. Да. Я думаю, что ничего, добрые дела вам не забудутся в любом случае, но воспользоваться ли этой провизией тот, про кого вы думаете, это, конечно, большой вопрос. А самое главное, а вы как узнаете, что воспользовались те, кого вы искали. Они, условно говоря, не случайные благодарные прохожие. Не случайный бомж или лось, который проходил в Ух ты, дай-ка попробуй. Да. Ответ в эфир. Оставить свои контакты для связи, вдруг что-то понадобится. Кстати... Проиллюстрирую вот, вот предыдущее предложение, один из известных наших исследователей, в частности, вот, вот такими индикаторами: то есть раскладывал конфетки и вот доказывал, что когда он находил конфетку развор, раз, развернутую и, и съеденную, он доказывал, что вот видите, это значит сработало. Это значит, пришел тот, к тот, кого я призывал. Но на самом деле подглядели, кто, кто же коварно разворачивает, не просто жирает, если бы, если бы жирали с этикетками, наверное, было бы не так удивительно. Аккуратно разворачивает конфетки и, и аккуратно кушает. Это белочки делают. Так что трудно, не, не видя этих замечательных существ, вот, так сказать, на, про них подумать. Но, тем не менее, вот вариант с продуктами. Я, я, конечно, не жмот, чтобы пожалеть продукты, но жалею их использовать вот в качестве индикаторов. Что-то, мне кажется, это очень ненадежный индикатор. Но зато по-доброму, согласись. Да, вот то, что по-доброму, да. От белочек отдельное, спасибо. Другое но... дело, с чем? с чем конфетки? Может, не потравились бы белочки? А то конфетки сейчас разные есть. Ну, вот не знаю. Надеюсь, надеюсь с такого гостовского формата еще советских времен... По крайней мере, из натурального не поступало. Не, ну понятно, если белка сдохла, она тебе уже жалобу не напишет. Понятно. Если только потом так оттуда, откуда ты из к тебе не У -у -у. постучится, ты меня отравил. <с Oak> <с water> так, ладно, ответы эфир. Поговорить э, с посетителем нормально. Вдруг поведает. Э -э, Наш человек, о котором я вот э, сейчас ссылался э, на продавца, э, он с э, крайний случай, не употребляю слово последний случай, очень надеюсь, что это был не последний, он пытался с ним заговорить, но ответы его, ответы этого посетителя, его так, так сказать, повергли в ступор, что, что он просто, так сказать, не знал, что сказать дальше. И человек в результате ушел так что вы можете долго готовиться даже репетировать можете но сами понимаете одно дело репетировать а потом вот ждать 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 полгода и вдруг оно приходит как часто бывает что все репетиции на смарку вот оно счастье а мы и не ждали да. мне сразу вспоминается помнишь это кавказская пленница там все время персонаж этот, который все время попадал в всякие ситуации с выпивкой он все время с блокнотом ходил Помедленнее, мне, пожалуйста, записывай. Вот из этой же серии, когда он не понимает, а хотя бы записать, что сказали-то, вдруг ну, Вадим придет и расшифрует. У нынешнего поколения замечательно, чаще всего это в кавычках замечательно, но в данном случае весьма не лишняя такая привычка. И когда что-то необычно происходит, современная молодежь хватается за телефон и начинает снимать, чтобы потом там выложить куда-то в Инстаграм. В нашем случае это, это великолепная. Потому что я как раз наших исследователей все время напоминаю, подстегиваю. Начинайте снимать не тогда, когда вы убедились, что перед вами НЛО летит, а начинайте, ну, условно говоря, если у вас есть зарядка, нет проблем, то снимайте в любой момент, как только вы там, подняли голову что-то непонятное. То есть не ждите, что вы сначала опознаете явление, а потом начнете снимать. Вот большинство людей более старшего поколения, чем тинейджеры, поступают именно так, как я сейчас сказал. А потом мне говорят на вопрос, почему же ты не снимал? Так я хотел сначала убедиться. Вот в этом плане мы, может быть, подчеркиваю, может быть, над молодыми людьми и смеемся, что они много глупостей выкладывают в Инстаграмы. Но в данном эпизоде как раз было бы не лишним. На практике, правда, я сейчас, может быть, перехвалил инстаграмщиков, на практике они снимают всякие глупости, когда реально что-то непонятное. Вот тут, так сказать, у них сбой происходит в программе. Вот. Но, тем не менее, в общем, Призыв простой. Чем больше вы снимаете, тем, соответственно, больше вероятность, что будут нужны записи. Потом, естественно, их будут разбирать по полочкам. Я буду разбирать реальный объект, нереальный. Мало того, я по секрету скажу, специально для любителей съемок, если запись начинается где-то с середины, вот не с момента, когда вы... Ну, условно говоря, подняли, когда вы заинтересовались каким-то шорохом в кустах или каким-то светом с неба, а вот с апогея. Вот большинство видеозаписей начинаются именно с того, что НЛО уже висит вот перед вами. Это вот такая особенность, это скорее минус к, к оценке достоверности. Ну, я еще там, не буду всех остальных советов давать, как снимать, дабы, так сказать, не учить людей, как подделывать, потому что есть много любителей э, снять э, э, лже-реалити-фильм э, э, по, по принципу э, в стиле «Ведьма из Блэр». Ну, надеюсь, еще помните такой нашумевшийся э, фильм, который был э, снят э, в стиле э, э, реальных... Э, хом-видео домашних съемок. Якобы человек ходит и снимает, и вот в результате из этих домашних видеозаписей вроде бы складывается такой страшный экшен от того, что оператор такой же, как вы, то есть это обычный человек из народа, от этого вот происходящее на экране еще страшнее. Mm -hmm. Скажу честно, есть признаки, по которым можно выявить вот этот игровой момент. Об этих признаках я сейчас, естественно, не буду никого поучать, дабы не учить их обманывать людей, которые проверяют видеозаписи на предмет правдивости. Но мой пассаж сейчас в, в общем состоит из из одного только призыва снимайте снимайте и снимайте побольше чем больше у вас зарядки тем больше шансов что из там часов видеозаписи вам удастся снять то что нас паразит ты знаешь, когда рассказывал про то, что снимает уже ближе к концу, мне напомнил такую переписку, когда девчонки между собой переписываются. Ой, завтра у меня день рождения, я столько всего наготовила, вот сейчас готовлю торт. Другая пишет, ты это, засними, засними какой торт, чтобы все увидели, как ты там все готовишь на столе. Обязательно, обязательно. Следующий день приходит такая, значит, съемка видео, уже такой стол, все съедено, гости ушли. Ну, вот такой у меня замечательный был торт. Вот, из этой же серии, да? Ну что ж, Вадим 99. Ответ в эфир. Разместить у входа метроном. Угу. Такой как, тык, 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 тык на, всякий случай, э, на всякий случай. На всякий случай, если я правильно понял совет, он состоит в том, чтобы использовать в качестве хрона индикатора, то есть в качестве измеряющего прибора, и прибора измеряющего время, использовать вот этот самый метроном. В принципе, любое воздействие на время, ну, с одной стороны, это замечательно, это вроде бы, кажется, годится, потому что любое воздействие на время воздействие, которое оказывает аллогичный объект, ну или хронотурист, оно приводит к изменениям всех явлений, связанных со временем. С одной стороны. Но, пожалуйста, не забывайте, что это воздействие, когда мы говорим об остаточном воздействии, не о том, что происходит в аллогичных местах. То есть, например, рядом с летающей тарелкой, рядом с машиной времени, рядом с НЛО. Скорее всего, это, это одно и то же. Рядом с этим местом, может быть, и, их, и метроном будет работать так, что он будет похож на вентилятор. Так сильно будет искажено время. Но если мы измеряем, из, измеряем время с остаточным воздействием, то мы говорим сейчас о воздействиях не выше или порядка секунд за час или секунд за сутки то есть это такое маленькое воздействие что э, частота работы метронома она конечно изменится но ваше ухо и я опасаюсь что даже ухо музыкального критика там, и чувствительное ухо которое э, там, от, отли, э, отличит э, четверть ноты и, и уверенно там, критик скажет силу чистоту звука в герцах есть я, я сам видел таких уникумов к таковым я лично не отношусь и честно говорю лично я и опасаюсь что большинство радиослушателей тоже сбой изменение частоты работы метронома просто не уловит никак оно будет, но на столь малую долю процента, что вы эту разницу не заметите. А вот кварцевый генератор или тот же код, напомню, почему-то заметят. Поэтому, если вы будете предлагать идеи типа «давайте измерять время песочными часами» или колонии микроорганизмов, которые там делятся э, строго по времени и увеличивается их колония там и по увеличению колонии можно даже рассчитать время необходимо ну и есть масса масса других косвенных и прямых из способов измерения времени все это так сказать годится только в том случае если ваш способ позволяет выявить этот самый эту самую долю процента если нет то забудем про этот способ он пока еще у нас есть ответы. Хочу уточнить, в чате интересовались, где находится это местечко, вот этот дяденька, у какого возраста примерно? <-conferen> я сказал, что явки пароли я не, не выдаю. Нет, так приблизительно. Вот приблизительно Урал, там. Урал, Урал. Урал. И приблизительно сколько лет, так чтобы на скидку. Ага. Э, и... не, ну, Телефон. пенсионер... Нет, 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 ну, нет, молодой человек, молодой, молодой человек. Ну вот, в принципе, вот... Потому что здесь уже целые споры зашли. Может он там делать просто нечему? там пенсионер уже, может... Нет, сидит. нет, нет. Вполне, так сказать, в здравом рассудке и в рассвете сил человек. Еще спрашивают про место, где появляется вот этот марширующий отряд средневековых воинов. Я говорил, что это Краснодарский край, но ну, раз народ настаивает, скажу, что это Тимошевский район, если кому-то станет от этого легче. Естественно, станицу я не называл и называть не буду в открытом Да, что, чтобы туда доступе. не маршировали все. Да-да-да, но, но на всякий случай, если среди радиослушателей есть, вот сейчас вот, кто-то скажет, все, вот посылайте меня, я готов там, отсидеть в засаде там, неделю и м -м, честно вам расскажу, что видел, что не видел – во-первых, это, это нужна определенная смелость, во-вторых, время свободное. Если добровольцы есть, конечно, я в частном порядке людям адресок дам. Только И ты... еще масса других есть адресов, которых, до которых мы не дошли где зоты уже стоят, да, и... только ты предупреди, пулемета ты давать не будешь, а то скажут, в засаде с пулеметом только сижу. Ответ в эфир от Владимира из Люди столетиями думали про синхронизацию времени. Прямо сейчас каждому доступен звуковой сигнал опорного генератора времени на частоте 4,995 мегагерц в амплитудной модуляции. Кроме того, есть НАС. Вот да, ответ. с недавнего времени. И Мы свои исследования начали в то время, когда даже слов таких не знали. Многие сейчас матерятся. Ну и что скажешь про это? Вот модуляция и глонасс Генератор там. Модуляция. Скажу, что э, в принципе можно это э, использовать. Ну, можно сказать, что это такой выне... разнесенный на расстояние сотен километров большой кварцевый генератор, где один генератор находится у вас, а второй на космической орбите. Это, в принципе, то же самое. Но, может быть, для кого-то покажется это более упрощенной схемой. Кому-то наоборот более сложный. Тут что называется от технического исполнения зависит. По крайней мере, когда я говорил о кварцевом генераторе, я сообщал о нем как о идее, а не как о догме, которую следует повторять там с точностью до запятой. Из плюсов несомненных плюсов кварцевого генератора, ну по крайней мере, как я про него сказал, то, что вы можете им пользоваться в любой точке. Земли, под землей, под водой и, и, и в пещере, где угодно, в, в том числе в тех местах, где никакого радиосигнала и связи с орбитой, то есть, соответственно, с, связи с, со спутниками Глонасовскими нет в принципе. То есть вы в этом плане автономны. Но, подчеркиваю еще раз, сама идея использовать Глонас мне кажется весьма, -то, кстати, перспективной, еще, еще не, не освоенной по крайней мере. Если кто-то это дело освоит, я буду чрезвычайно благодарен. А если поможет нам, вдвойне благодарен. Ты знаешь, мне видится такая штука интересная. Дело в том, что когда мы говорим про путешествие во времени, не просто путешествие по Земле во времени, то в этом случае мы так или иначе сталкиваемся с искажением самого этого времени. Раз есть искажение времени, то могут происходить и моменты замедления каких-то физических, химических реакций или взаимодействий. В этом случае тогда и вот эти вот генераторы все, они тоже могут отклоняться вместе с самим временем. Получается, что мы на них надеемся, но они тем самым также могут останавливаться, как и все время. Товарищи из будущего или из прошлого могут к нам зайти потом эта остановка прекращается, они где-то там в соседнем лесочке показались, и приходят к нам, как обычные люди, одетые как шпионы в нашу форму. Мы с такими же паспортами, деньгами, про которые ты говоришь, которые напечатаны были на их суперинтересных современных принтерах, нет, ксерина на их современных, по нашим понятиям по нашим меркам к как каким-то там копировальным машинам вот поэтому вот на технические какие-то моменты здесь трудно полагаться любой генератор может также становиться поскольку э, настолько сильный может быть торможение, не то, что даже искремление, а торможение нашего пространства. Ведь, получается, они из другого пространства уже выходят. Ну, по большому счету, вот это предостережение, оно имеет э, самые общие э, такие рекомендации. По большому счету, все наши исследования, по крайней мере, все хроноисследования, должны э, базироваться на сравнении с каким-то неким эталоном. То есть, а какой бы вы генератор, ну условный даже, я сейчас говорю не о генераторе конкретном, там, кварцевом генераторе, а вообще о неком приборе, о неком индикаторе, каким бы вы индикатором для, для измерения хроноаномалии не пользовались, бы вы должны четко понимать что э, сам прибор, сам индикатор тоже может э, и, скорее всего, и попадет э, в зону влияния. Поэтому для э, для исследований, для того, чтобы вам зафиксировать э, это изменение, вам нужно иметь некий эталон, некий изменитель, измеритель с, э, и, или там э, сравнивающий блок с эталонным, с фоновым значением. То есть э, в случае с э, кварцевым генератором там как раз он входит, собственно, в схему этого прибора. Там есть некий эталон, который вынесен за сферу влияния воздействия. Если он слишком близко, ну весь смысл, естественно, в нем пропадает. Чем дальше вы его вынесете из, из зоны аллогичных явлений, тем, соответственно, больше вероятности, что появится разница в случае, вот как вы сказал наш радиослушатель, если использовать в качестве талона Спутник Глонасса, но он по определению, естественно, в сотнях километрах находится. Уж я не думаю, что хроновоздействие на, на такие границы общепланетарные будет распространяться. Но если предположить, если вот теперь уже немножко фантастики, что будет некое хроновоздействие там на общепланетарном уровне, тогда да, тогда нам, нам надо условно иметь некого наблюдателя или некий прибор, находящийся, находящийся далеко за пределами. Так что вот эта рекомендация, она носит не частный характер, а скорее общий характер, каким бы вы методом измерений, методом исследования. В хроноаномалии не занимались, вы всегда должны иметь в виду, что вы вернетесь, если, конечно, вернетесь домой э, и будете вспоминать э, там, события, э, пытаться нащупать логику в алогичных э, э, происходящих э, наблюдаемых вами событий, вы всегда должны иметь некие контрольный орган, условно говоря, некие некое мнение, как минимум, со стороны. То есть в идеале это должен быть доверенный человек, который знает о ваших действиях все, о том, куда вы пошли, зачем вы пошли, что вы собирались делать, и после того, как вы вернетесь, если вернетесь, и начнете рассказывать, чтобы этот человек вам вовремя сказал, дорогой товарищ, а вообще ты ходил не туда, а туда, и собирался делать не это, а это если так сказать, кто то вам не подскажет кто то который находится вне зоны воздействия вот этих алогичных событий если этого человека нет то есть большая вероятность того что вы просто что то так сказать, забудете и что то у вас перепутается в голове и в результате вы сами можете не суметь разобраться в той каше о логичных впечатлений, которые у вас остаются после подобных измерений. Естественно, в качестве такового стороннего наблюдателя можно рассматривать и аудио-видеозаписи. То есть вот красивые такие киношные картинки, которые американцы очень любят демонстрировать в своих фантастических фильмах, где исследователи будь то там Малдер или масса других, так сказать, его киношных, подобных ему персонажей, они многие ходят с диктофоном, причем таким старым 90-х годов, и все свои действия там дублируют на аудиокассету, рассказывая, вот я сейчас подхожу, вижу следы, подбираю следы перехожу к следующему действию и так далее. То есть, с точки зрения кино, это, конечно, это нужно делать, но это добавлять зрелищности. А с точки зрения исследователя хроноаномалий, это добавляет вам уверенности, что потом вы ничего не забудете, что вы, слушая свою свою же виде аудиозапись вы э, вспомните, что было, как показывает практика, очень часто человек, э, занимающийся исследованием алогичных процессов, просто забывает э, какие-то моменты так сильно и так прочно. Я с этим, извините, сталкивался на примере очень хорошо знакомых мне людей, которые были вместе со мной вот в, этих, в каких-то местах, но при этом, так сказать, поразили меня тем, что забыли, абсолютно, так сказать, надежно забыли то, то, что мы там все вместе наблюдали, например, НЛО. Они тоже видели это НЛО. Но через пару месяцев, когда мы, когда мы начинали обсуждать вот это явление, которое поразило нас и заставило там, в течение получаса громко все, всем дружно обсуждать, что висит перед нами там, недалеко от нас на Медведьской гряде, через полгода эти люди уже не помнили ничего. И если бы не, не аудиозапись то я бы, честно говоря, начал бы сомневаться вообще, это, кстати, не приснилось ли мне, мне это, потому что люди, несколько людей дружно, так сказать, дружно доказывали, что это, ничего этого не было, что было, все было, что было до того, все было, что было после того, а вот эти полчаса у них вылетели из головы. Так что, так сказать, если есть у вас вот этот атриб, атрибут Малдера искали в виде аудиомонитофона или, или видеокамеры с бесконечной кассетой, то лучше ее использовать. А вы если что? нет, то имейте всегда надежного друга, который остается дома и который вам расскажет, куда вы сегодня вечером ходили, для чего и что собирались делать и так далее. В конце концов бумажечка спишите. меня зовут так-то, так-то, сегодня такой-то, такой-то, да, год. Я пошел туда, туда, а ты в кармашек себе расположите. А ты мне напомнил такой момент, когда друзья врача сядут и говорят: "Ну вот не было же этого, не было". И врач говорит: "Вот пять ваших друзей говорят, что этого не было". Тогда достаешь кассетный магнитофон. Так а вот слушайте. И сразу так раз этих пятерых, ну пойдемте, товарищи, переодевайтесь где-то на месечишка мы вас здесь поддержим. А потом засовываешь руку в карман, а там несколько записок. И на каждой записке по разному. Он написано, как тебя зовут. Да, как, да, как зовут, откуда ты. Пять вариантов. И, и разные года причем, разные года. <свят> да, и потом ты приходишь, слушайте, и говорит: я вообще-то на Новый год за елочки ходил. Какой Новый год сегодня? Посмотри, 1 мая, да? Ладно, причем не того года. Следующий ответ из Тулы пришел к нам. Здравия с ведущим Владимира. Стулы отвечает. Поставить радиомаяк с записью «С кем связаться». Угу. То есть под елочку ставишь это? Нажмите кнопочку и говорите. Надо, надо подумать. Ладно? Подумаем, подумаем. Идем? Я по секрету скажу, что-то похожее есть. Может быть, помните, в прошлом году я призывал в одной из радиопередач участвовать в проекте Хронопослание в 23 век. Вот докладываю, что что-то похожее мы действительно вместе с вашими посланиями мы действительно в одном очень важном месте поместили. Не буду говорить, какие там майки стоят. Чтобы, кстати, раньше времени это место не нашли. Но на всякий случай, к слову, раз уж, раз уж сказал «А», скажу «Б». Если кто-то пропустил вот тогдашний проект, он был реализован в июле 2016 года. Проект «Хронопослание. 23 век». Но опоздавших людей, которые узнали, ну, долго тянули, а, может быть, поздно узнали об этом... И опоздавших было так много, что мы решили повторить и вторую хронокапсулу поместить. Только на этот раз эта хронокапсула будет не в таком надежном месте, про которое никто знать из современников не будет, а на этот раз вот вторая хронокапсула будет лежать в музее в Волгоградской области, недалеко от Медведской гряды, в Жирновском районном музее. Вот в августе, я надеюсь, мы эту хронокапсулу туда поместим. И если вы хотите послать послание в 23 век, написать что-то в электронном виде, ну, лучше в электроном, в бумажном менее желательно то можете послать на сайте Космопоиска, есть адрес, на какой адрес посылать, и, значит, мы туда поместим, а люди посылают туда очень много разных вариантов, от просто банальных «Привет, там, я Вася Пупкин», до вполне прагматичных, некоторые там такие просьбы заковыристые выкладывают по типу Пожалуйста, прилетайте в такое-то числа, в такое-то время, в такое-то место. Ну и так далее. Я не буду чужие тайны выдавать. Но, в общем, у вас есть любой вариант. Мы помещаем все, кроме, естественно, мата. Но мат пока не приходил. Поэтому пока помещали все. И если вы пошлете до июля не позже, то ваше послание тоже войдет в, в это послание. Может быть, даже вот его использовать в этом ключе. Но, я опас... но, но, в таком случае надо придумать какой-то такой очень хитрый ход, чтобы пригласить хрона путешественника в нужное время, вам, вам нужное время, то, сами понимаете, повод должен быть очень Увлекать э, очень интересным гораздо более интересным, чем просто повод а мне было бы интересно на вас посмотреть. Вот это для них, наверное, неинтересно. Ну да, да. Давай чайку попьем, типа того, да? Ну, типа, да. Угу. Хотя я думаю, что серьезный человек, тот, который бескорыстный человек, всегда повод найдет. Ну, а тот, найдет, который я просто, согласен, да, если, да, это, тот, если который... это повод, то, э, то это повод. А если да. повода нет, то, то какие бы вы там чьи э, не соблазняли, э, вряд ли, кстати, человек. Да, такой, глуп, такой глупостью не заманишь. Вот именно, если серьезный повод, который будет интересен там, 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 вот. если они понимают, что только вы. Сможете что-то поправить в лучшую сторону здесь, на Земле, сейчас, в ваше время, чтобы там было лучше, вот только в этом случае. Вот такая подсказка с моей стороны звучит. Согласен. Идем дальше. Ответ в эфир от Владимира Змычищ. Прошу прощения за задержку, преодолевал снежную бурю. Так вот, если вы. И извиняюсь, в каком времени он преодолевал бурю? Я смотрю, Не в... неважно. Не Хорошо, важно. Не, не будем прерывать. Не рассказ. важно, да, да, да. Так вот, если вы видели, как В упал нашем самолет. времени бури нет. Ничего, ничего, ничего. Так вот, если вы видели, как упал самолет любому карапузу, понятно, что нужно предпринимать вполне очевидные меры: меры по спасению людей. Как минимум, положить ящик с аптечкой, сделать указатели о ближайших населенных пунктах и расстояние до них. Таблички с частотами дежурных спасательных служб. Второе. Нужно разместить средства предупреждения экипажа о приближении земли. Уголковые отражатели. Покрасьте траву, в конце концов, даже. Вот такие вот предложения. Покрасить, за покрасить траву спасибо. Я даже в армии этим не занимался, только слышал, что где-то там, в чистом. Нет, баллончики трострил. такие, знаешь, есть баллончики такие со светящейся краской. Вот ты берешь так это, а, знаешь, что вот самолет упадет. Вот ты говоришь: стоп, стоп, земля, здесь земля, сюда, не, сюда, в общем, не летай, снег в башка попадет. Я понял. Ну, продолжу эту мысль. Я слышал интересное предложение на днях от нашего члена космопоиска из Прибалтики. Он прислал. Идею, ну, прислал пока в виде видеопримера такого, как можно с помощью лазерного проектора какие угодно изображения проецировать там, на, на скалу, на дом, на, на поле и так далее. Выглядит фантастично. И если смоделировать на природе, на, на местности, на поле, где на пшеничном поле, где там иногда появляются круги на полях смоделировать вот такое лазерное изображение, то надо быть просто с, просто непроходимым тупицы, чтобы если вы пролетаете на НЛО мимо, чтобы вот не, не привлечь ваше внимание и не подлететь к этому месту. То есть для нас выглядит фантастично. Так что я призываю дальше эту мысль развивать. То есть почти уверен, что есть какая-то замануха, условно говоря, извините за вульгаризм, которая может привлечь... Любопытных хронопутешественников или, или там, представителей иных цивилизаций. Потому что любопытство это, это свойство, данное разумным многим разумным людям. Нелюбопытный не может быть разумным. Так что использовать любопытство в качестве вот такой, использовать это свойство для, для привлечения нужно и можно. Весь вопрос как, что будет любопытно тому, кто уже на ты с машинами времени, кто владеет такими девайсами, которые нам в нашем дремучем 21 веке даже и не снились понимаете его не удивить нашим там седьмым айфоном это ну разве что не знаю в музее древности он этот седьмой айфон сдаст в любом случае то что удивительно нам может ему показаться скучным и даже смешным отчасти поэтому когда вы развиваете мысль как использовать его любопытство себе во благо? Вы, пожалуйста, так сказать, э, имейте в виду, э, любопытство его неадекватно вашему любопытству. Может быть, как в лавку антиквара, тогда ну, еще может быть это. Вариант. Будет. А вы думаете, в хозяйственный магазин вот тот непонятный покупатель приходил, он что, думаете, покупал насущные необходимые в хозяйстве вещи? Он именно покупал то, что никто не покупает. Ну, это так, к разговору. В принципе, все ответы я прочитал, поэтому можно переходить к третьей части. Ну, вот считайте, что мы плавно к этому и подошли. На самом деле, в первых двух частях я просуммирую, чтобы одним словом назвать то, чем, что мы сейчас обсуждали, по большому счету, можно сказать, что мы занимались хотингом. Значит, кто не знаком с этим английским термином, объясню. Буквально он означает привязанность как какого-то явления или какого-то признака к определенной географической точке. То есть, коротко и понятно. То, что я вот долго объяснял, что есть места на Земле, в Англии, в России, э, там, в других э, многих странах, э, десятки, десятки, если не сотни вот этих самых хроноаномалий, то есть мест, где э, там, время от времени происходят чудеса, э, непонятные, аномальные, алогичные события, связанные со временем. То есть вот э, все, все это можно было бы сказать. Мы э, сейчас обсуждали хрона явление хотинга по отношению к хроноаномалии то есть привязанность хроноаномалии к каким-то географическим точкам значит почему они привязаны к этим точкам сказать естественно мы не можем пока пока не установлена истина то ли там в этом месте ну условно говоря там под, под землей находится некая там хроногенератор. Может быть, там находится некая там база хронопутешественников. Ну, естественно, я сейчас говорил какие-то киношные голливудские варианты. С большой вероятностью, разумеется, причина там может быть более банальной. Но опять же, пока не разобрались мы мы, может быть, и должны, мы должны в этом разбираться, но вне зависимости от того, разобрались или нет, мы должны, если мы занимаемся этими исследованиями, как минимум учитывать вот эти явления хотинга. Но хотинг – это лишь одна сторона медали. Вот теперь вспомните, пожалуйста, с детства известную сказку про Алибабу и 40 разбойников», Сказка на самом деле тоже о неком Хотинге, то есть некий Алибаба подглядел каким-то образом место, то есть читай географическая точка, где происходили какие-то, ну, условно говоря, чудеса и в это место приходили разбойники и попадали там в секретную пещеру. Ну, не буду сказку пересказывать. В любом случае, этот самый главный герой Алибаба, он узнал, что помимо тайны Хотинга, помимо того, что он узнал нужную точку, он еще узнал и способ проникновения в эту точку. Помните, по сказке там нужно было произнести нужное заклинание. Если ты заклинание не знаешь, то, соответственно, попасть в эту пещеру Алибабы ты не можешь. Значит, вот так немножко сказочно, но вы, надеюсь, сказочную аналогию уловили. То есть, вне зависимости от того, узнали мы каким-то образом нужные нам географические точки или не узнали. В данном случае мы уже знаем списки, у меня их там десятки. Но мы можем бесконечно долго, как Али-Баба, ходить вокруг этих точек, но не зная заклинания, не зная способа проникновения, дальнейшего проникновения туда, за, так сказать, за пределы нашей реальности, мы, мы попасть не можем. Значит, вопрос сводится к тому, ну, конечно, я не советую в кустах спрятаться и ждать, когда проходящий мимо тебя хронотурист назовет там страшное заклинание и откроется портал и, и, и после этого пароля и пропустит этого хронотуриста. Вот вы запомнив этот пароль, так сказать, будете дальше беспрепятственно, так сказать, гулять между мирами. Это, конечно, красиво и пусть мне спасибо скажут за идею режиссеры фантастических фильмов, но, скорее всего, с инженерной точки зрения я бы в этом плане поступил бы, конечно, не так красиво, не так, красиво, не так киногенично, но более надежно. Значит, я догадываюсь, вот сейчас я говорю только о логичных умозаключениях, я догадываюсь, что, скорее всего, подобные хроноаномалии могут возникать как как в запланированном порядке, ну, например, вот как некая база: не думайте, что в нашей реальности им, я имею в виду, жителям другой реальности или жителям другого времени, им нужно создавать у нас свою базу. Зачем? У них своего времени и пространства достаточно, чем наше лучше. То есть, может быть, конечно, есть чем лучше, просто я это не знаю, но одним, безусловно, одна причина, безусловно, есть. Это причина аварийная. То есть, иными словами, не база, в буквальном смысле, типа базы НАТО, там в Польше или Латвии, обнесенной колючей проволокой, куда там часовые не пускают никого. Ну, в буквальном смысле, я имею в виду, не, не думайте, вот такие аналогии, чтобы у вас не, не звучали, а некое условное место. Представьте себе, что для тех туристов, для тех, кто перемещается, неважно в чем, во времени, в пространстве, для некой транспортной сети, для любой транспортной сети характерные опорные точки, аварийные точки, то есть места, куда можно было бы обратиться за помощью или из которых могла бы эта помощь выдвинуться в случае необходимости. Почему? Потому что периодически, как мы знаем, даже на самой надежной технике, даже не буду никаких примеров приводить, потому что их более чем достаточно. Даже самая надежная техника, увы, так сказать, делает сбои, и периодически авиакатастрофы и прочие катастрофы бывают завидной регулярностью. Если кто-то думает, что когда-нибудь наступят благословенные времена, что техника станет совсем без аварийной, я как инженер этого человека сильно, так сказать, огорчу. Процент аварийности техника постоянно снижает, но это постоянное снижение, лишь бесконечное приближение к нулю. Но оно никогда не придет к нулю. Так что какая бы идеальная ситуация ни была, а те сбои будут обязательно. И если сбои будут, то мы, как инженеры, как прогнозисты, как руководители, обязаны предусмотреть возможные способы аварийного вот такого спасения. И в качестве одного из способов спасения... Помимо там возможных спасательных бригад, которые отправляются там на поиски, на, на, на спасение там терпящих бедствия, помимо каких-то организационных служб, нужно иметь в разных вре... в разных временах какие-то опорные точки, куда в случае там аварии вы должны, так сказать, знать, что как хронопутешественник, что в случае если с вами что-то случится неважно что. Варианта может быть там, миллион. Там, вас возьмут в плен, вас там, дикари а -а -а, захватят в заложники. Я не знаю, вы голову расшибете и очнетесь в ближайшем лесопарке или в больнице. Ну, одним словом, вариантов может быть миллион, но вы должны иметь возможность добраться своим ходом. Вы свой телепататор потеряли, вас, ваш карманный дирижабль разбился, ваш портативный экраноплан у экраноплана сели батарейки. В общем, из возможности перемещения у вас остался только свои ноги и автостоп. И, но даже этим способом вы должны добраться до, до некой точки, которая, которую вы знаете, где находится, которая должна быть вам доступна. То есть, это не должно быть на соседнем континенте. Это сразу из перечня подобных мест можно исключить какие-то совсем труднодоступные места, там типа островов в океане, и, соответственно, из этого следует, что таких мест как минимум на планете должно быть несколько, ну как минимум по количеству континентов, это, это минимальное число, а скорее всего должно быть во много раз больше, чем количество континентов, потому что помимо границ естественных там рек и океанов есть еще границы государственные. Эти границы в разных временах меняются постоянно. Есть, конечно, гигантские территории, типа э, России, но это скорее исключение из правил. А э, по, по другим континентам, чтобы добраться из конца в конец, надо, как минимум нелегально перейти там, с десяток государственных границ. Поэтому, естественно, подобных аварийных мест вот на таких местах, как там, Африка или, или там, Латинская Америка, должно быть как минимум с десяток. А на такой территории, как Россия, может быть и достаточно одной-двух. Хотя, опять же, Россия периодически в войнах участвовала, периодически делилась, снова соединялась, и поэтому границы периодически у нас проходят Ходили. Так что э, вот исходя из этой логики, исходя из того, как менялись границы на протяжении столетий, говорю, э, э, оперирую столетиями, потому что э, подобные места на пару лет не делаются, подобные аварийные места, если их делать, то делать одно, но на тысяч, на, э, в расчете, чтобы оно действовало, раб, было действующим в течение тысячелетий. Э, э, и вот э, такое место вполне, так сказать, доступная, но, тем не менее, это явно не посреди Красной площади, скорее всего, я так думаю. То есть, она доступна, должно быть со всех сторон. Туда должно быть легко попасть под какой-то вполне рациональной легендой, ну, по принципу, там, пошел по, погребы». грибы. И это место можно было бы легко найти, даже, так сказать, забыв ее точные координаты. Но вот зная алгоритм поиска, зная какое-то ключевое слово, не, 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 я под этим словом не имею в виду этот пароль, который подслушал Алибаба, а какое-то слово, которое нужно найти, например, в Гугле, например, в Яндексе, например, на карте России. Вот несколько таких слов, вариантов у меня есть, что называется, остальные, не остальные, а просто эти варианты я оставляю вам подумать, может быть, у вас какие-то новые варианты будут, если я свои варианты назову, у вас фантазия, так сказать, на этом и прекратится. Я очень бы хотел, чтобы наоборот, я подстегнул вашу фантазию, а не, а не дал готовый сценарий. И вот, зная некий алгоритм, некое условное слово, так, если совсем примитивно это слово, там хронопутешественник. Ну, заранее говорю, если вы набьете, забьете это слово в Яндексе, то таких географических понятий нет. Но есть понятия близкие к этому. Есть понятия, которые ничего не говорят нам жителям 21 века, но очень много говорят тем, кто будет жить после нас. И вполне может быть, что эти названия географические и есть некая подсказка. И может быть, под такими подсказками вполне скрываются названия, которые, идут, которые даруются одному и тому же месту и четко цепляются к этому месту там на протяжении столетий. Держатся. Может быть, это пугающие названия, типа чертово логово, «чер чертова игрище что называется, кому надо, кому не надо, это, это название пугает, а кому надо, тот понимает, что подразумевается по черту. Может быть, такой вариант. А может быть, более какой-то более интересный вариант. Тут подчеркиваю еще раз, это повод подумать. Одним словом, нужен некий, некое место, которое, с одной стороны, доступно, с другой стороны, идея в идеальном варианте пугала бы остальных, то есть так, чтобы туда ну, по минимуму народ стремился э, шашлыки есть. Нам лишние глаза там не нужны. Но не настолько страшное место должно быть, чтобы его решив, что оно слишком страшно, слишком опасно, чтобы его не обнесли, не дай бог, забором. Не дай бог, с колючей проволокой. То есть, некий такой вот промежуточный вариант, то есть страшно, но не настолько, чтобы огораживать. То есть, дураки, пусть туда, чтобы дураки только туда не совались. А вот для нас, что называется, это повод. И вот представьте себе десятки таких мест ну, с, вариа с вариациями. Нам известны. Из них несколько мест действительно о чудо, о совпадении. Как говорит Киселев, совпадение не думаю. Оказывается, несколько таких мест еще и являются и хроноаномалиями. То есть там происходят хроноаномалии. То есть мало того, что они с каким-то интригующим названием, там, еще, оказывается, еще регулярно случаются алогичные события. Уже 2-0 в нашу пользу. Я имею в виду, мы идем последовательно по пути преодоления вот этого квеста под названием «Попади в хронопортал». Извините, как бы такой игривый тон, но но молодежь, я думаю, оценит. Третий, третий ход, третий шаг, третий уровень. То есть два уровня, допустим, вы прошли. Вы, наконец, подошли к этой самой заветному, чуть не сказал двери. Дверь, конечно, это виртуальное понятие, к этому заветному месту. Что дальше? Допустим, некого, нужен некий электронный ключ, которого у вас, естественно, нет. Допустим, у туриста, у хронопутешественника в качестве электронного, извините, забудем слово электронного, это, это я сказал, как бы сказать, чтобы было понятно нашим с вами современникам, употребим слово «ключ» в самом широком смысле этого слова. У путешественника должен быть ключ, но ключ такой, чтобы его невозможно было потерять. То есть, не металлический предмет, который, извините, периодически из штанов в дырку падает и теряется. На грудь его не повесишь. Чтобы, чтобы гарантированно не потерять. Точнее, повесить-то можно, но нет гарантии, что он у вас в каком-нибудь катаклизме сохранится, что у вас его не отберут бедуины, которые возьмут вас в плен, что вы его не потеряете при столкновении, там, при аварии и так далее и тому подобное. В идеале это, конечно, идеальный ключ, это пароль, который вы должны не забыть, который должен у вас отскакивать от зубов, как отче наш, текст отче наш для верующего человека или как устав внутренней службы для солдата первогодка. То есть вы должны это знать, даже если вас разбудили посреди ночи и, и заставили, так сказать, прочитать этот ключ. Если, потому что он вам однажды спасет жизнь. Значит, это идеальный вариант. То есть э, сказочный вот такой пример, который вначале я примел, э, привел с Али на самом деле и был тем самым идеальным вариантом. Но но пароля мы не знаем. Еще раз, к сожалению, так сказать, скажу. Пароля мы не знаем, поэтому идем с другого, с другого конца. А есть ли какие-то иные способы активации вот этих самых хроноаномалий или алогичных мест, или мест хотинга, так называемого, или хронохотинга? Подчеркиваю, пока, пока лишь утверждаю это, пытаюсь, вернее, дойти до истины чисто теоретически. Значит, в качестве запускового ключа, то есть способа, как проникнуть внутрь хроноаномалии, в качестве таковой с большой долей вероятности я могу предположить могут может являться способность изменить время то есть чтобы проникнуть в хроноаномалию нужно быть способным изменять время то есть логично если вы видите если вы стоите перед местом где возможно очень сильно изменить время там переместиться во времени то для того, чтобы вы попали в эту область, попали в эту э, хотинговую э, реальность, вам нужно э, э, запустить какой-то курковый процесс. Вам нужно, э, ну, условно говоря, э, немножко от э, нашей реальности отойти, э, от нашей реальности с нашим обыденным временем. Если вы чуть-чуть изменяете время, то вы уже выпадаете из нашего нашей реальности, ну или по крайней мере более способ способны выпасть, и вам, что называется, только в этом случае могут открыться какие-то способы, технические способы, физические способы проникновения в этот мир. Но вот так случается у вас, вы отправились в это исследование и у вас с собой машины времени случайно не оказалось случайно. Я иронизирую ее, ее понятное дело в нашем веке в супермаркетах не продают и даже в том магазине, который стоит с нашим человеком на границе хрономали, тоже не продают. Не знаю, не а... знаю. Вот ты прям так уверенно говоришь. Про супермаркеты соглашусь, а вот про того-то дядьку как-то. Ну это... тот человек-то на нас. Понимаешь? А вдруг его в этом магазинчике есть, он приходит зубом и заговаривает, там, фетифлюшки а, ну, покупает. А а там, агент, да, его напарник там шнырь куда-нибудь в погребок. -то. Я понял, я понял. Так что не факт, не факт. Не а, да. Вариант с напарниками мы еще не рассматривали. Но, э, но я рассматривал другие, вариа другие варианты. И вот э, о них я как раз два слова э, под конец, э, конечно, должен сказать. Значит, э, дело в том, что... Не помню, говорили ли мы когда-то на славянском радио на тему... Болезни времени. Мы говорили много по, по теме машины времени, по, по теме хронопотушественников Бы у нас были передачи. Не говорили сразу но, про, про чихающее и кашущие время. Не говорили однозначно. Про э, ну, может быть, это повод, так сказать, э, э, задуматься на, на э, о темах на, на следующей передаче. Но э, за, но коснусь этой темы только. Э, только самым краешком, чтобы, так сказать, чтобы люди понимали, куда я клоню. Дело в том, что безусловно, время, физическое время, если я скажу сейчас банальную вещь, что физическое время играет огромную роль в наших биологических процессах, наверное, это не Америки я не открою этим, и никого не поражу этим открытием. Это то, что знают хронобиологи и просто биологи, изучающие биологические процессы, это незыблемые вещи, что весь, все, наши, все биологические организмы и человеческий организм напичкан биологическими ритмами. И там, многие из наших органов, мозги, сердце, имеют альфа-ритмы, бета-ритмы и так далее и тому подобное. И, и вот изменение этих самых, малейшее изменение этих ритмов приводит, естественно, к... Самым болезненным э, сбоем то есть к болезням и вплоть до, до смертей наших организмов. И по большому счету с этим связаны и инфаркты, и инсульты, и там самые разнообразные другие виды болезней от рака и заканчивая там банальными другими более банальными какими-то вещами. В любом случае начинается все со сбоя биологических ритмов, а заканчивается тем, что, в общем, мы лечим болезнь. И прием таблетки от болезней от названий болезней которых физическую природу которых мало кто понимает включая большинство врачей только так сказать хронобиологи в этом хоть что-то понимают но в любом случае человек который обычный человек который за свою жизнь как правило не сталкивается с какими-то изменениями во времени с какими-то изменениями во в ходе в скорости времени, как правило, о таких вещах никогда не задумываются и о, о, о том, связана ли его болезни там с искажениями его биологических римов или не связаны этот, так сказать для него дремучий лес и только только в стрессовых ситуациях это пожалуй одна из немногих ситуаций, когда человек воочию Видит искажение времени, по крайней мере то, что он видит, по большому счету, называется алогичными событиями, то есть непонятными явлениями. И заранее скажу, что большая часть этих явлений, в общем-то, имеет объяснение только в том случае, если объясняешь, что во время стрессовых ситуаций изменялась скорость физического времени. Физически это выглядит, как правило, там, в большинстве случаев, в смертельно опасной ситуации для человека резко растягивается время он там за секунды или за секунду видит события которые длятся там в течение десятков секунд или даже минут за эти минуты он успевает совершить какое-то действие с помощью которого остается живым ну как правило это либо либо летчики, либо водители, либо, так или иначе, те, те люди, которые э, своими действиями активно э, борются с, со смертельной ситуацией. А те люди, которые э, не могут э, бороться со смертельной ситуацией, пассажиры, то есть пассивные участники э, стрессовой ситуации, испытывают э, другие варианты вот таких э, э, искажений времени. Но ну, э, всего я насчитал. Изучая подобные искажения, всего насчитал как минимум четыре варианта искажения времени, при котором вари... при двух вариантах время ускоряется, при двух вариантах оно резко замедляется. Но все четыре этих варианта в, конеч... в конечном итоге имеют цель сделать так, чтобы человеческий организм получил как можно больше шансов для выживания. То есть в самом простом случае, как вы догадываетесь, вариант действия этого, этого искажения времени сводится к тому, что у вас, когда вы падаете там с большой высоты или падаете на самолете или там летите, едете на машине, которая там, едет, скоро врежется в преграду или или во встречный автомобиль, то есть, иными словами, когда вы понимаете, что до столкновения, то есть, до смертельно опасной ситуации у вас остается секунда-две, в этот момент включается, неве... ну, пока не буду раскрывать все, все подробности, до этого нам хватит, наверное, только отдельной передачи. А сейчас констатирую, что люди в этот момент осознают, что, что время замедляется, они видят что-то, что, что можно описать как замедленное кино, вот, что окружающие люди стали стали шевелиться очень замедленно, а ваши действия в то же самое время остались такими же быстрыми, такими же обычными, как и раньше. То есть вы свои действия делаете так же быстро, ну, точнее, так же, с такой же скоростью, как обычно, но... За гораздо более растянутый промежуток времени Благодаря чему за, за время вот этой стрессовой ситуации Вы успеваете сделать во много-много раз больше Вот это много-много раз для ряда профессий там, Для летчиков, например, для летчиков-испытателей Это неоценимые просто подарок, буквально подарок жизни, подарок, способный сохранить жизнь. Вот таких примеров я в книге привожу, в книге о хронопутешествиях, я привожу там порядка сотни, из которых большая часть – это рассказы, это показания летчиков-испытателей. Вот недавно, несколько дней назад от нас ушел космонавт-летчик-испытатель «Волк», который вот как раз тоже описывал ряд таких аварийных случаев, но самый классический, конечно, классический, потому что он это авиапроисшествие, авиакатастрофа, она была не просто запротоколирована, она была записана на видеозапись авиакатастрофа на Миг-29 с участником, с, пил, с летчиком Квочером, который успел катапультироваться там, за секунду до катастрофы, но при этом до катапультирования, за, за секунду до катапультирования он провел там, огромный список действий по попытке запустить двигатель МиГ-29, двигатель, в, который, в котором возник помпаж из-за попадания птицы. Вот сами действия Кочура, которые он там досконально описывал, что он совершил для запуска двигателя, для того, чтобы так сказать, спасти машину, они занимают гораздо больше времени, чем, чем я сейчас устно описываю ситуацию. А на видеозаписи весь этот момент занимает буквально секунду. То есть, иными словами, «Квочер» несколько десятков секунд боролся за жизнь самолета, и только поняв, что двигатель невосстановимо утрачен, что двигатель уже горит, и только в этом случае, а также потому, что до падения на землю самолет уже летел носом вниз на высоте там полусотни метров. Вот представляете, сколько летит на МиГ-29 носом вниз до земли. Вот за это время э, Квочер успел не только, так сказать, поработать над э, запуском двигателя, но у него еще осталось время на катапультирование, ну и, соответственно, на безопасное приземление. Вот, э, вот все это, как описывает э, этот пилот, э, он сумел сделать благодаря тому, что время у него ускорилось. Вот э, я привел один единственный э, пример э, вот, для того, чтобы э, с одной стороны, проанонсировать, может быть, одну из следующих передач, если интересна эта тема. А с другой стороны, чтобы не просто, не просто, чтобы порадоваться на тему, как замечательно, что у нас есть способность, у нас есть некий орган, который мы догадываемся, где он находится, но пока не можем уверенно утверждать, что у человека, где у человека этот орган, условно называемый орган ОУФ, орган управления временем. И этот орган иногда, и включается этот орган порой там, несколько раз в жизни. Но, тем не менее, если он включается, то включается, что называется, вовремя, и слава богу, что он есть. Ну, может быть, не у всех и не всегда, что называется, этот орган достаточно капризный, его нужно время от времени тренировать, ни в коем случае нельзя там, целый ряд Противопоказаний есть к тому, чтобы так сказать, этот орган не, не пришел в запустение. Ну, в, в, если в двух словах, то так или иначе против этого органа играет все, что связано со стрессами. Чем больше вы связываете со стрессами, со стрессовыми ситуациями, ну, здесь и врачи, и психологи в, одним, в один голос говорят, что стрессы губят человека, только обе... то же самое скажу и я, только объяснение немножко разное. Стресс это тот механизм, который запускает в действие вот такой орган. Но как вы понимаете, это слишком часто запускать без толку, запускать орган, который нужен вам один раз в жизни для того, чтобы спасти вашу драгоценную жизнь, но запускать его как бы без толку и без всякого повода и просто из-за того, что у вас случилась на пустом месте какая-то дешевая стрессовая ситуация, там, скандал с супругой, ну там условно, или или глупый спор на, на работе. Ну, какой же это повод, извините, для того, чтобы э, столь драгоценный орган э, отвлекать от его, так сказать, э, подседневного дежурства. Но чем чаще вы отвлекаете по мелочам этот орган, тем, естественно, с меньшей вероятностью он включится в нужный вам момент. Но, э, но не только. То есть, э, беда вот этих вот самых бесконечных, э, ненужных никому стрессов, э, не только в том, что вы случайно, вернее нет, что вы не случайно из-за этих глупых стрессов, форс-мажорных включений ненужных, вы получите в результате неработающий орган. То есть орган, который в нужный момент, в нужную стрессовую ситуацию, вдруг не сработает. Это, как бы сказать, малая часть беды может быть, беды у вас и не случится такого, если вы изнеженная натура, которая из дома не суется и в аварии имеет шанс попасть очень маленький, может быть, он вам этот орган, в отличие там, от летчиков, испытателей и космонавтов, может быть, он вам в жизни и не понадобится, дай бог. Но есть хуже вариант. Хуже в том смысле, что он, этот орган, может начать действовать нештатно. То есть, если он начнет изменить, все-таки начнет нештатно изменять время, то вместо того, чтобы просто ничего не делать, это малая часть беды, он начнет делать что-то неправильно. То есть он изменит ваши ритмы, и отсюда пойдет, пойдут разнообразные болезни. Значит, то есть иными словами, подвожу к главному: люди с одной стороны, в определенной ситуации, то есть в стрессовой ситуации, могут изменять вокруг себя физическое время. И тем самым, если таковой человек попадет в хотинговый объект, то есть в географическую точку, где изменен, изменена хроноситуация, то есть в точку с алогичными событиями, с алогичным горизонтом, человек в стрессовой ситуации имеет шансов проникнуть в эту точку, в эту хоттинговую точку гораздо больше, чем человек разношатающийся, ну, условно говоря, спок... грибник или охотник, находящийся в спокойной ситуации. То есть, если представить себе некую поляну лесную с хоттинговым горизонтом, с местом внутри, с поляной, на которой находится проход в иную реальность, то сколько бы там, спокойных грибников или случайных путников не проходило по, по этой поляне, приключение может на, случиться либо с тем, кто владеет паролем, то есть неким ключом, либо с тем, кто, кто находится в стрессовой ситуации, то есть с человеком, который сам изменяет вокруг себя, хочет он того или не хочет, изменяет вокруг себя физическое время. Это может быть, повторюсь, либо человек, находящийся в стрессовой ситуации, либо вариант второй, про который я еще не упоминал. Человек, который намеренно может вводить себя в такую стрессовую ситуацию, а это управлять временем могут люди, занимающиеся разными практиками начиная от практик восточных единоборств, ну и заканчивая там, практиками казачьего спаса. Так или иначе, вот и та, и другая практика, и практики медитации, в том числе, там, и многие другие практики управления своим сознанием, это способы по-разному контролировать свои биологические процессы. То есть, по большому счету, вот все эти практики, пусть меня знатоки всех этих практик не сильно ругают, я потому что своими словами описываю главный итог того, чем они занимаются. Может быть, они наоборот согласятся со мной и скажут, ну надо же, наконец ты сказал Короче, то, чем, что мы объясняем там, за год свое э, преподавания, А может быть, наоборот, они будут ругаться за то, что я, так сказать, раскрываю их, э, их главную тайну. Но так или иначе, э, главное, э, главный итог всех этих практик сводится к способности, к получению способ, человеком способности контролировать... Э, скорость своих физических процессов. То есть в нужный момент люди тормозят свои процессы, то есть медитируют, тормозят все свои биологические процессы, так что внешне со стороны кажется, что они замирают, там чуть ли не в литургический сон впадают. А с другой стороны, в нужный момент, когда это нужно для единоборства, для боя, для того, чтобы выплеснуть за короткий момент времени максимум энергии, опять же, чтобы выжить самому, ну и нанести максимальный вред, урон противнику. В этот момент надо, соответственно, изменить скорость физических процессов по максимуму в плюс. Так что, но поскольку бесконечно увеличивать просто так, ниоткуда увеличивать скорость процессов нельзя, то, как, видимо, Михаил Ломоносов по другому поводу этого говорил, но я думаю, слова этого замечательного гения о том, что если что-то где-то прибудет, это означает, что где-то что-то должно и убыть, то есть закон сохранения Который, вы, который выдвинул Ломоносах, я э, здесь распространяю и на эти процессы, и понимаю, что э, если вы э, где-то ускоряете э, скорость своих, про, своих физических процессов, вы должны либо до того, либо после того, наоборот, их замедлить, так чтобы общая э, суммарная э, сумма вот этих э, процессов по модулю равнялась нулю чтобы в конечном итоге вы вернулись к, к тому, к той естественной скорости, при которой, в общем, наш организм и за, за, замыслен, чтобы, чтобы он существовал. Если вы этого не сделаете, вы, соответственно, останетесь хроническим больным. Ну и, видимо, не так долго вам останется жить. Поэтому важно не, не только уметь ускорять свои процессы, но и возвращать эти процессы в исходное нормальное русло. В, в этом и есть величайшая мудрость и искусство вот всех этих эзотерических и прочих практик, которые, подчеркиваю, далеко не всегда э э учителя, э обучающие этим процессом, могут э объяснить, э для чего в конечном итоге э это делается. Вовсе не для того, чтобы э с криком Кия разбить морду э каратисту. Это, так сказать, э это объяснение это даже не объяснение, это то, что видно со стороны. То есть гораздо более глубокая наука вот, вот этих самых единоборств, она лежит именно в, mm -hmm. на, уровне, на уровне управления физикой времени. Так вот, второй вариант, при котором вы возвращаетесь к нашей главной теме сегодня мы говорим вовсе не об управлении временем а о том что с помощью этого свойства можно получить больше способности проникнуть в хотинговом месте за границы реальности то есть первый вариант если вы находитесь в в стрессовой ситуации вы имеете больше шансов второй вариант если вы находитесь в если вы обладаете способностью управлять временем, то есть если вы прошли обучение там, по восточным практикам или по казачьему СПАСУ. Ну и третий самый печальный и самый нехороший вариант но он тоже, так сказать, не исключен если человек сильно болен и эта болезнь связана с искажениями, биологических процессов временных процессов это что называется совсем плохой вариант он не исключен в том плане что если среди там сотни грибников один окажется безнадежно больным там, на последней стадии болезни то у этого человека попасть внутрь зак... закрытой реальности, шансов больше. Но, сами понимаете, я бы, конечно, предпочел посоветовать первый или второй вариант. Что-то более, весе... ну, более контролируемое и более веселое. Ну и, то есть, я назвал третье условие. У вас должен быть ключ, и этот ключ должен быть при себе. Идеальный вариант был бы, если бы вы владели бы практикой ускорения времени, подходите к такому месту, условно говоря, ускоряете время, то есть воздействуете на время и попадаете через вот эту границу, временную границу в нужное вам хотинговое место. То есть чего же проще может быть, вот из того, что я описал, все просто и понятно, это если у вас есть такая способность, ее вы не потеряете, это не, это не железный ключ там, или электронный ключ, который можно потерять. Если способность есть, вы просто подходите и ее включаете. Ну, а уж если нет, извините, как бы сказать, извините, тогда вы просто случайный обыватель, вам туда и не надо. И есть, я назвал три условия. Коротко, четвертое условие. Я уже так вскользь упоминал, говоря о некоторых конкретных местах, ну, например, о станице в Тимошевском районе, что это всегда бывает, вот это событие, вот это истончение миров, истончение границ между мирами бывает всегда в результате, ну, всегда в одно и то же время. Вот там, конкретно в этом месте, речь идет всегда о первой декаде сентября. И всегда о времени заката. В других местах есть свои условия. Там, на, на медведьской гряде это всегда либо жаркий полдень, либо предутренняя предутренняя роса. Предутренняя роса это наиболее часто распространенное условие, которое я встречаю. Ну, если не в если не во всех, то по крайней мере в большинстве подобных хроноаномалий Хотинговые места как правило начинают работать. И заканчивают, соответственно, работать в момент э, так существования так называемой точки росы. Значит, э, точка росы э, для обывателя, объясняю, это момент э, физических условий, то есть э, условий э, давления, температуры и влажности. Э, это неустойчивая точка э, вот, сочетания трех этих физических данных, при которых возникает роса. Ну, роса, как бы сказать, поэтому она и называется точкой росы. И эта точка, естественно, она достаточно неустойчивая и бывает ну, на максимум десятки секунд. Обычно случается это в предутренне, перед утренним рассветом, вот в момент утреннего тумана. На, на утренней зорьке, на утренней россии вот вот эти вот э, лирические э, определения такие романтические э, они как раз вот именно об этой ситуации и именно э, вот в это самое время когда большинство нормальных людей э, спит самым сладким сном это так называемый час быка по ефремову э, это Время, когда самый глубокий сон, когда самое, самый большой упадок сил у человека, и как раз в это самое время и наступает время X для исследователя хроноаномалий. Если вы собираетесь исследовать хрономиражи, то закон номер один – пожалуйста, не спите в час быка это для вас то самое время, когда вероятность увидеть включение хотинговой зоны гораздо выше, чем в любой другой ситуации. Я конкретный пример приведу. Есть всемирно известное место на острове Крит, в греческом острове Крит, это место на южном побережье. Если кто-то, не был на острове Крит, но очень туда собирается, ну или просто выбирает место для зарубежной поездки, для зарубежного отдыха на курорте, что называется, если вы услышали меня очень вовремя, как раз тогда, когда собирались покупать путевку, то считайте вот, за рекомендацию езжайте именно туда не сочить это за рекламную акцию, к сожалению, ни я сам не не был на этом месте, и даже, так сказать, никто меня туда пока не приглашал, но вот мои знакомые туда ездили много раз. В начале советовался со мной такой известный профессор Виктор Григорьевич Адаменко, он в то время был научным сотрудником Афинского греческого университета, который заинтересовался этим местом, хотинговым местом на южном берегу Крита, поскольку хотел как профессор заняться исследованием явления, которое вот известно на весь мир как «Драссолис» или «Драссолидес». Извините, если я немножко неправильно это греческое название произношу. И вот Драссолидес в переводе с греческого языка, если я правильно понимаю, это и есть по-русски хрономираж то есть явление, при котором люди видят выходящих из моря солдат-воинов. Конечно, в этом накрытии есть легенда. Будете на этом острове, вам обязательно гиды расскажут гораздо более интересно, чем я, а что за войско там выходит из воды. Правда, вы в описании в этом найдете, по-моему, скорее... Иллюстрацию к пушкинским 33 богатырям, которые выходят из моря. То есть аналогия, конечно, очень сильная. Единственное, что называется это по-другому, так вот, очевидцев, которые видели выходящих из воды воинов средневековых, огромное количество. Не потому что, и, и, на мой взгляд, не потому, что это явление там каждый день происходит, вовсе нет, потому что это курортная зона потому что там огромное количество, как и во многих курортных побережьях, гостиницы и прочих, так сказать, злачных мест, и людей там проходит, ну, не знаю, не считал, наверное, тысячи, десятки тысяч за день. И поэтому из-за большой плотности потенциальных очевидцев, соответственно, мы имеем и большое количество людей, очевидцев. И вот за счет большого этого количества мы с Адаменко в конце концов вывели закономерность, то есть необходимые условия для существования, для появления этого самого Драссолидес. Оказалось, что вполне, так сказать, предсказуемо, как я чуть раньше сказал, вы можете хоть всю жизнь прожить на этом острове, быть его не просто там завсегда этих, этих гостиниц, а просто местным жителям, и никогда не видеть этого явления драссолидос если, как нормальный человек, вы будете спать во время часа быка. Если же вы турист, который пытается, особенно русские туристы это любят, по максимуму выжать из оплаченной путевки все, что можно, и поэтому там в первую ночь или в последнюю ночь наши туристы не спят, идут на пляж, чтобы утром самолет, и поэтому надо последний раз искупаться э, в море перед самолетом. В общем, ну, кто был на море, тот, тот знает, э, так, тот, 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 тот так поступает. Местным жителям не придет в голову просыпаться в 3 утра, чтобы в 4 утра быть на пляжу. Э, наш турист так может. И вот именно те, кто в час быка, именно те, кто в точку росы появляется в нужном месте, тот и э, по, э, тот и становится счастливым э, обладателем э, вот этого э, явления э, Дроссолидеса. То есть я назвал четвертое условие, э, которое вы э, изучая это явление э, должны э, всегда помнить. То есть помимо того, чтобы знать где, помимо того, чтобы владеть ключом, вы должны еще знать и когда. Когда, я имею в виду не во временном смысле, а в погодном смысле. То есть мы сейчас назвали как минимум три необходимых условия, но в науке есть такое понятие, когда говорят об условиях, добавляют необходимое и достаточное условие. Я, к сожалению, не могу, пока, пока наш разговор идет в, в январе 2017 года, вполне может быть, если эта лекция будет там, ну, в январе какого-нибудь 2019 или 2027 года, наверное, я скажу: ну, как всем известно, необходимых и достаточных условий 5. К сожалению, пятого я пока не знаю. И если кому-то из наших радиослушателей придет в голову и он это пятое условие добавит, вполне может быть, мы пройдем на этом квесте своеобразном в хроноаномальном месте уже на следующий уровень. Но пока мы, как бы сказать, на четвертом уровне. Как вы понимаете, количество уровней никто не знает, и наука – это такое движение, которое может быть бесконечным, но, тем не менее, от вот такого бесконечного приближения к истине, наверное, никому не наскучит вот такое бесконечное приближение. Тем более, что я убежден, что бесконечным оно быть не может. Поскольку, я заканчиваю эту замечательную тему сегодня, поскольку замечательность этой темы состоит в том, что вне зависимости от того, знаю ли я все необходимые и достаточные условия или не знаю может быть, я вдруг знаю, но, но тщательно это скрываю, но даже я, если я этого действительно не знаю, тем не менее, я убежден, что э, кто-то э, эти условия, безусловно, знает, выполняет и ими пользуется. Поскольку, э, я напомню, с чего мы начинали, поскольку фактически мы э, говорили сейчас о расследовании тех действий, которые уже ведут, э, кто ведет, скорее всего, это наши с вами потомки, наши с вами внуки, правнуки, праправнуки. В любом случае, мы сейчас говорили о проблеме, которая с научной и технической точки зрения уже решена. Но для того, чтобы ее решили наши потомки в будущем, нужно, чтобы этой задачей занимались их предки сейчас. То есть мы с вами, если мы этим заниматься не будем, к сожалению, эта история станет более долгой, и, соответственно, то, что мы ею занимаемся, может быть как раз и входит в определение, в ту реальность, в которой это, это явление, как хронопутешествие, уже есть. То есть, иными словами, занимаясь этими исследованиями, мы фактически, не, может быть, даже не изменяем эту реальность, а скорее поддерживаем в ней статус-кво. Но если мы, извините, как поколение окажемся ленивыми, то кто его знает, в какую сторону эта реальность изменится. На этой положительной ноте разрешите сделать не точку в этой многовековой загадке, а длительный знак вопроса и, может быть, вернуться к ней уже чуть позже. Спасибо за внимание. Хорошо, ну вот основная часть лекции закончена. Теперь мы можем после небольшой музыкальной паузы перейти уже к вопросам, которых накопилось достаточно большое количество. Если ты не возражаешь, я тогда ставлю музыкальную паузу, а потом поговорим уже с нашими радиослушателями. Народное славянское радио. Для пытливых умов. продолжение слушайте в следующей части.